Но я вам хочу дать техники более простые, чем уроки. Это уже на следующий у нас будет урок. А сейчас покажу простые техники влияния роста. Это универсальные техники. И вы же поняли, в работе то же самое. Работаешь, надоело, что-то там добавил, снова еще один канал добавил. О, ура, снова влюбился в канал. Крутишься, но если эта канитель долго длится, как-то надо. А потом начинаешь задавать себе вопрос, а зачем я живу? И как в этом может помочь мне канал? О, мама, да, вот как может, да. Ты начинаешь делать, о, уважение, о, дружишь со своей работой. И в конце концов ты начинаешь ее обожать, и тогда она тебе начинает давать те результаты, с квантовый скачок, да, которых ты даже не пожидал. Любая проблема для тебя уже, боже, дай проблему. Да. И проблема сама себя решает, и ты просто наслаждаешься. А ну-ка покруче, с этой справлюсь. О, уже справился с этой. Уже какой-то многоканалье идет и так дальше. Техники влияния роста. Вам они знакомы, да? Но я хочу показать, каким образом они влияют на повышение нашей витальности, да? Жизненности, то есть эволюционности, то есть развития. Да, кстати, вот и духовное развитие. Черные камушки, душа куда идет? Вниз. Деградация. Это не всегда так. Сейчас скажу, когда. Светлые камушки, душа куда идет? Вверх. Это восходящее питание или личностный рост, или духовное развитие. Вот и все. Все зависит только от твоих чувств. Да? Если там полностью свет в этой душе, все уже просветил, это значит, умеешь это просветить, все принял, все любишь, все благодаришь, на этой яве делать тебе нечего, чешешь в славь. Там же другая работа, там совсем другое восприятие. Из 16 каналов восприятия, там 256. Есть разница. Понятно, что там такое видишь, что ты не снилось, как говорится. Да? И так дальше. Но там другая работа. Создавать условия для тех душ, которые живут на планете. Вот они нами создают условия, помогают и так дальше. Вот. Пока не сдаст зачет и не перейдет на более высокий. Там очень много каналов восприятия. Понятно, там целые планетарные системы надо создавать. То есть там очень много надо знать, сразу чувствовать. Ну ничего. Знаете, женщина, которая варит борщ, 24 ингредиента в украинском борще. Да? Ничего, нормально как-то все. А вначале, боже мой, на телевизор включить, какую кнопку жать и так дальше. Ну, со временем привыкаем и можем несколько дел. Особенно женщины могут делать. Мужчины тоже со временем могут делать несколько дел. Итак, техники влияния роста. Первая техника. Значит, смотрите, у нас есть, на кого бы мы ни посмотрели, в том числе и на себя, как правило, есть то, что нам нравится, и есть то, что нам не нравится. Помните, да? У мужчин есть, если сделал, есть мамонт, вау, это нам нравится, да? И бывает такое, что он такое сволочь творит. Как говорит, у женщин только два вопроса. Первый, как найти мужчину своей мечты, и второе, что потом с этой скотиной делать, да? Ну вот я рассказываю, если нашла, что делать, и что делать с этой скотиной, да? Да, начинаем с первого, с легкого пойдем. Пойдем по-легкому срубим, да? Первая часть называется комплимент. Комплимент. Только я сразу хочу сказать, что такое комплимент. Потому что кто-то что-то говорит, да? Ну, то, что ему нравится. Он говорит, это не комплимент. Да? Ну, у нас разные представления о комплименте. Комплимент – это то, что мне нравится, высказанное вслух. Вот это комплимент. То есть, если человек это говорит, это не комплимент, он говорит, я вру тебе. Лесть тогда называется, да? Ну, да. Но я хочу ввести такое понятие, может быть и нравится, и я высказал. Это может быть комплиментом, а может быть ложным комплиментом. Вот разница, умом не поймешь, потому что физически оно одинаковое, да? А вот чувствами их можно поймать. Значит, смотрите, комплимент я всегда дарю. А ложный комплимент я даю. Скажите, если я что-то дал, то что я ожидаю? В обратку. А если я дарю? Вот и вся разница. Мне когда-то дали формулу. Счастье равняется результат минус ожидание. Я дал человеку что-то на 10 баллов. Насколько я ожидаю, если я дал? Насколько я ожидаю, что он мне вернет? На 10, правильно? А он дал мне ничего. Насколько я счастливый, у кого калькулятор есть? Минус 10. Да? Так вот это ложный комплимент. Почему? Потому что тут ожидание. Что такое истинный комплимент? Это там, где вместо ожидания стоит величина обратное ожидание. Ну, если там есть тьма, то обратная тьме – это что? Свет. Да? Если есть верх, то обратное – низ. Да? Да. А что такое величина обратное ожидание? Смотрите, когда я даю чувство, то у меня его меньше становится или больше?
Если ты сразу дал, то что дал, стало больше. Если дал злость, то прямо, без всяких бумерангов, да, прямо тут же тебе стало хреновей. Да. Если тебе было плохо, ты молчал и тебя выдал. Но я не имею в виду поделился, в смысле, а так вот отдал человеку. Вы поняли, да? То есть, если ты отдаешь, то у тебя больше. Если комплимент – это то, что нравится, это по определению, то когда отдаешь, то, что тебе нравится, тех чувств больше стало или меньше, то кто выиграл в этом? Ты же сам же и выиграл. То какое мы чувство испытываем, если мы выигрываем? Благодарности, да? То есть, если нам что-то дали, то есть, по сути, благодаря, вот по-другому я скажу, да? Представьте себе, что вы самый лучший специалист по музыке. И ты готов этим давать людям, а они не берут. Как ты себя чувствуешь? Хреново. То кому хорошо, когда берут? Тебе. То кто кому спасибо должен говорить? Давайте еще по-другому. Представьте, что вы самый лучший специалист по сексу. Ну просто лучший, да? И вот даете, а не берут. Вот как вы себя чувствуете? То кому надо спасибо говорить, если взял? Да? Поняли идею, да? Не, ну хорошо, если оба скажут, да? Но по сути, требовать с него, чтобы он говорил спасибо, то получается, ты поел, и он тебе спасибо должен сказать. Представляете, вы к повару, он вам как бы накормил вас, и теперь вы требуете, чтобы он вам спасибо говорил. Ну, поняли идею, да? Да, поэтому здесь что? Благодарность, только благодарность уже с обратным днем. То есть результат плюс благодарность. Представьте себе, что вы сделали человеку комплимент, то есть сказали вслух то, что вам нравится, вам же кайф от того, что он такой. Да? И вы ему благодарны на 10 баллов. А он вам ничего не делал. И какое у вас счастье? Плюс 10. Что он вам дал? Ничего, а вам счастливый. Вы поняли идею? Зачем нам нужны люди другие? Что происходит с ним, если вы ему даете комплимент? Притом любой, что тот, хоть тот. Просто с ожиданием, то он будет насторожен. Было такое, что вы делаете комплимент, это хорошо случилось, что ты от меня хочешь? Да? Почему? Уже давали комплименты. Надо подарить комплимент. Когда вы дарите человеку, вы обращаете его внимание на то, что вам нравится. И в этот момент он тоже на это обращает внимание, потому что он мог бы и не обращать. Бывает такое, что мы не видим сильных своих сторон. А кто-то взял и обратил твое внимание. Вот заметьте, у каждого из вас есть кто-то, кто обратил ваше внимание на какие-то сильные стороны. И очень часто это родители. Именно их задача была смотри, ты в этом классный, вот этом и в этом. Они, может быть, по-другому сказали. Да? Но обратили твое внимание. Уже за это стоит быть им благодарным. Во-первых, за то, что дали дар жизни. Это очень ценный дар, да, который мы не ценим. Почему? Жизни много, пока не умираем. Последний день смерти, ой, как мы ценим это. Просто готовы все за это отдать. Все деньги. Все, что есть, отдать. Даже то, что нет. В долг взять и отдать. Но это такой последний. Как-то в первый у нас не склеивается. Ну, потому что много жизни, чего ее жалеть? Мы же вечные. Ну, где-то так. Душа-то знает, что она вечна, что ей париться. Да? Мы же не за это, а ум же смертный. Боится умереть. Поэтому страх находится только в уме. В душе страха нету по определению. Там нечего бояться. Никто не может повредить ей. Потому что она и есть творец. Кто ему повредит? Кто бы не повредил, выиграет тот, кто повредил, то есть творец. Ну он-то знает. Ну поняли идею, да? Ну так мир устроен. Вот. И поэтому что? Делали мы комплимент с благодарностью. Да? А человека в этом стало больше. И как вы думаете, в конце концов вы можете обратить внимание на то, в чем он лучше? Вот таким вот образом. Если ты не знаешь, какая твоя миссия, то иди найди чья-то миссия и скажи ему вслух, это может быть это твоя миссия. Потому что если кто-то помогает другому выполнить свою миссию, то он выполняет свою миссию. Поняли ли? Вот почему институт подмастерий был. Иди найди мастера и там тусуйся. Помогая ему выполнять свою миссию, у тебя есть шанс наткнуться на свою. Может быть, не в этом деле, но ты соприкоснешься с его энергетикой души, включится твоя, и в конце концов к тебе придет, в чем же ты лучше. Вы поняли, да? Иди хоть кому-то что-то помочь, кто делает хоть что-то от души. Вот почему меценатством там занимаются. Художник какой-то пишет картину, вау, он в оргазме. Ты пошел, помог, потусовался, глядишь, и тебе пришло. Что ты сюда пришел? Поняли идею, да? Тоже способ. Вот это и есть комплимент. Задание пишите домашнее там в конце где-то. Выбрать 10 человек из ближайшего окружения. Просто сделать это задание на протяжении, ну не завтрашнего дня. Да. Второе. Просто выбрать 10 человек.
человек, и что? Да. Просто список, тире, список. Да. Вася, Петя, Коля и так дальше. Второе. Составить список 10 и плюс на каждого. Такое досье. Например, там мама, папа. Да? Притом, самый первый знаете, кто у вас? Вы. Первый себя. Дальше супруг, дальше мама, папа. Что такое семья? Это ты, мама, папа, дедушка, бабушка, дедушка, бабушка. Да? Ну, если вы помните дедушку, бабушку, да, напишите их. Да. Хотя не обязательно их, потому что у нас родовые, ну, близкие, там, братья, сестры, дети. Да. Составьте 10 человек, которых вы постоянно тусуетесь. Партнеры на работе и так дальше, и так дальше. Да. Составить список 10 E+. E+, это позитивная эмоция. Что тебе нравится в нем? Притом, чем может быть нравится? Каждому. То есть у вас тетрадочка, и вот Вася, Петя, Коля, напротив каждого 10. А, 10 человек. Выбрать 10 человек и написать, что в них нравится. Вот первая страничка. Серега. Да. И 10 плюсов Сереге. Сережа. Да. Классно выхватывает главное из того, что услышал. Да. Обалденно. Сразу же принимает решение, что делать. Да. Ну, то, что тебе нравится. Да. Третье там. Это может быть внешний вид Сереги. Например, там, это может быть работа, что угодно, что тебе нравится, хоть вид из окна. Если нравится, то тоже тебе нравится. Вы поняли, да? Это его поведение, его навык, его качество, его имущество, его дети, близкие, его связи, его способности, навыки, что угодно, лишь бы оно тебе вау было. Понятно, да? Не понял? Сейчас мы сделаем это упражнение на примере, да? Давайте следующее, чтобы я уже технологию все дал. Третье. Упаковать E-плюс в комплимент. Вы же не скажете там, дети нравятся. Это же надо как-то облагородить, да? Сережа, я просто балдею от твоих детей. Точка. Вы можете сказать, что вам это нравится, вы можете выразить конкретные чувства. Воодушевляюсь, поражает, да? Нравится, да? Фигею. Да? У нас есть много в русском языке слов, выражающих эмоции. Одно и то же слово можно тусовать. Во всем мире используют наши слова, да, для выражения высшей степени своих эмоций. Да. В разных, одно и то же слово в разных сочетаниях имеет совершенно разный эмоциональный смысл. Да. Как там говорят, у нас, что вы, говорит, врачей не лечитесь? Говорит, у нас всего две болезни, да? Фигня и звездец. Говорит, ну если звездец прошел, то уже никакие врачи не помогут. Да, а если фигня, то сама пройдет. Да что к ним ходить, да? Ну это я так шучу. Я имею в виду, что у нас есть много слов, выражающих эмоции и так далее. И третье, высказать. Высказывать ежедневно. Я даже самый минимум дам. В день не меньше 2 комплиментов. Больше 2. Можете, больше 2, это может быть 3, 5, да, кому, да кому угодно из них. Себе 5 в день. Можете письменно в журнале успеха записывать. Да. Теперь давайте сделаем эксперимент с собой. Вот прямо здесь пишите упражнение. Упражнение. И понеслась. А, Саня, ты что не пишешь? Бери ручку, пиши. А то заснешь. Да? А что, нету ручки? Да. 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 Пиши свое имя, 2 точки, и пошли. Первое, что тебе в себе нравится. Это может быть качество, это может быть какой-то подвиг, который ты совершил в 3 классе, и до сих пор помнишь, вау, наслаждает. Это может быть подарок, который ты сделал, от души нравится, не потому что это хорошо, а потому что ты этим до сих пор помнишь. Почему я говорю, более давние берите, да? Потому что если вы их помните, то это точно от души. Поняли, да? Потому что от ума оно очень быстро забывается. Оно актуально, пока не получит дело. А потом тут же забывается, потому что ум не помнит, а душа помнит всю жизнь. Да? Вот то, что тебе в себе нравится, это может быть навык, качество, внешний вид, способность, не знаю, муж, это тоже, если тебе нравится, да, это твой выбор. Да? Напишите все то, что тебе нравится. Прямо сейчас, 10 вещей. Да. О себе. Еще раз, навык, качество, результат, достижение, вещь. Какая-то есть же любимая вещь? Какое-то достижение.
Посмотрите, какие эмоции, что у вас ум говорит в то время, когда вы ищете в себе лучшее, да? Мне мозг сказал, что это талантливая. Ты записывай. Талантливая в чем? Талантливая в том. Конечно, талантливая, только в чем? Потому что там может быть 10 талантов. Запиши каждый. Написали? Быстрее, быстрее, туда не думать, писать надо. Почему? Там нечего думать. Ум сразу вспоминает то, что тебе нравится. Да? Ум говорит, надо поскромнее, ну глупость какую-то, да? Не надо обращать на это внимание, да? А то зазнаешься. Знаете, что такое гордость вообще? Гордость – это осознание своих способностей. Все. Осознание – это значит, знаю и горжусь этим. Не потому, что я лучше других, а потому, что я хорош в этом. Это уже когда ты стараешься выпятить это, называется уже гордыня. Это извращенная гордость. Когда слишком, то есть самоуничижение. Да. А вот в меру это как раз гордость. И вот мы сюда пришли именно один из вопросов законом за гордостью. Гордиться собой и своими достижениями. Это называется повышать светлость. Уловили идею? Написали? Что такое? Что такое? Что курсовой легче было делать? Да? Смету считать корабля, как космос летит. Да? Вот как-то 10 комплиментов. Тяжелая работа. Вот это и есть труд души. Сейчас зевать начнем. Пишем, пишем, пишем. Быстрее, пишем, быстрее. Так мы можем... Что ж толку? Я хорош в том-то, в том-то. Почему важно это знать? Потому что вы не сможете сделать предложение другому человеку. Что такое предложение? Это то, в чем ты лучше, надо кому-то предложить. Воодушевленно. Иначе не купит. У нас на работу как мы идем? Дайте хоть какую-нибудь зарплату. Я когда-то обучал, как на работу ходить и как зарплату сделать, чтобы повышали зарплату. И вообще найти какую зарплату. Ну, что, а как зарплату попросить? Заметили, что мы боимся просить зарплату. Почему? Теперь понял, что такой подчиненный – это женская позиция. Теперь даже мужчины понимают, что это, как женщинам тяжело попросить у мужчин что-то. Это как у тебя в начальника зарплату попросить. Но как это надо сделать? Да? Еще бы приемы на работу. Помните, там три вещи есть. Первое – просьба. Да? Второе – что? Благодарность. И третье – условия. Если я хочу, какую сумму денег ты хочешь получать? Написали 10 вещей? Это я так, факультативно. Ты хочешь получать 10 тысяч гривен. Идешь на работу. У тебя есть предложение, в чем ты лучше. Обычно у нас что? Какую дадут. Правильно? Вот так и женщины замуж выходят. Что дадут, то и возьмем. Правильно? А больше попросить как-то стесняемся. Работа – это просто отражение того, что у нас в башке. Неуважение к своей женской части, душе. А как правильно надо? Написать, что ты хочешь. Например, хочешь 10 тысяч в месяц долларов. Соответственно, куча работ сразу отпадет, ты туда не пойдешь на работу, правильно? Потому что там точно ее не дадут. И ты выберешь только те предприятия, где дадут. И поймешь, что им надо от тебя. Да. И придешь туда, достанешь свою тетрадь с комплиментами. Прочитаешь один и скажешь, вы знаете, я хорош вот в этом, в этом, в этом, в этом. И в этом. Я готов с вами заключить контракт. Вот мое резюме и так дальше. Ну, это резюме называется. Комплимент себе. Мне говорят, у нас такая зарплата. Говорят, у меня есть встречное предложение. Скажите, пожалуйста, что я должен делать в вашей компании, какое условие я должен соблюдать, чтобы я получал 10 тысяч? Теперь пускай они думают, чтобы тебе сделать 10 тысяч. Если у тебя есть уважение к себе, и ты чувствуешь, что они тебя уважают, и ты действительно там нужен, то они придумают. Если не придумают, ноги в руки, пошел на следующий. Ты лучше походить по предприятиям, по нескольким, и найти такую работу, чем работать на нелюбимой, там, где тебе платят не сколько ты хочешь. Вы поняли саму идею? И все. Те же самые принципы. Конечно, поблагодарить за то, что выслушали, прочитали. Написали 10+. Поднимите руки, кто написал. А что так не уверен? А ну так, поднимите. Выше. С уважением к себе, с любовью. Таня. С
Сколько? А что? 9. Не считается, 10. Проиграла. 10. Пиши 10-й пункт, ищи. Да. А теперь возьмите какой-то комплимент, который вы можете озвучить, да, и упакуйте его. Мне нравится, или меня восхищает, или я восторгаюсь, или меня успокаивает, да, или мне очень удивляет вот это вот. Ну, то есть через какую-то эмоцию выразите простыми словами, да. Простой, самый простой комплимент. Мне очень нравится. Да, или мне очень важно. Или мне очень нравится, как, какое воздействие, или как я воздействую на своих детей через вот это. Да? Да. То есть найдите простую фразу, естественную для вас, и напишите эту фразу с каким-нибудь из комплиментов. Быстренько, да, это минута. Надо такие вещи делать быстро. Они должны рождаться буквально как вот всякая глупость, типа, что не так. Еще быстрее. Как наш ум рождает всякую глупость. Вот это не так, вот так, мне платье не то, вот это. Вот точно так же комплимент. Вот это то, вот это то, вот это то. Только быстрее, чем глупость. Потому что здесь хоть польза есть. А там никакой, только вред. Но в детстве мы очень легко получали. Да? Ребенок, я умею. Получалось же, ну-ка вспомните, будьте как дети называется. Написал. Написали? Да. Так, хорошо. Теперь проговори. Мне очень нравится моя шустрая любознательность. Отлично. Очень Дайся. Мне очень нравится ракета Митина. Готов, Виталий? Мне нравится какой-то смысл. Постарайтесь заменить слово «нравится» чем-то другим словом, которое выражает, что вам нравится. Ну, замените другим. Какое? Эмоции. Ну, нравится — это просто наличие позитивной эмоции. Какой? Ну, самое большое. Мне нравится ощущать все качества, в чем мне это происходит. Осознавать свою индивидуальность. Я индивидуальность. Я восторгаюсь своей шустрой любознательностью. Молодец. Хорошо. Люба? Я хорошо готовлю. Ну хорошо, это оценка. Какое чувство ты испытываешь в этот момент? Мне восхищает. Мне восхищает, как я готовлю это самое, да? Хорошо. Получаю кайф от цены. О, кайф получаю. Офигею, да? Оксана. Я кайфую от того, что могу побаловать своих близких вкусным блюдом. Классно, видите, такой естественный, прикольный, да? Еще с выворотом, еще и красиво. Так, Серега. Я горжусь, да. Наташа. Мне нравится, что я общительная. Ну, а тут какое слово можно сказать? Что ты испытываешь, когда ты общаешься? Ну, радость. Я радуюсь, когда я общительная. Да. Я радуюсь, какая, от того, какая я общительная. Да. Марьяна? Я обожаю рисовать. Обожаешь рисовать? Отлично. Обожаю. Прекрасные слова, да? Паша? Мне нравится твоя способность общаться с людьми. Моя? Моя. А, твоя способность, да? Саня? Я восхищаюсь, как я быстро выстраиваю отношения с людьми. Отлично. Я в восторге от собственного пения. Отлично. Отлично. Восхищаюсь собой, как мамой и бабушкой. Угу. Хорошо, делаем вот так вот. Первая пара, вторая пара, так, третья пара, четвертая пара, пятая пара, уже шестая пара. Наташа и Ира. Поняли, да? Да. Значит, посмотрели друг на друга и выписали три вещи, которые вам нравятся друг другу. Да, вы двое. Паша, да? Да, вот такая попара назвал, так это ты сюда, это сюда. Аллочка, ты можешь. Да, я тебе. Какие-нибудь три вещи увидели, одну написали, какая вам больше нравится, да? То есть сначала выделили и тут же слепите, упакуйте в комплимент. И заметьте сразу, опа, как-то стыдно писать, а другу видит, ты же скажешь, не бойся. Быстро, быстро пишет. Да? И заметьте разницу между комплиментом себе и комплиментом другому. Писали? Да. А что тянете? Не понял. Да. Это делать надо на одном дыхании. Это надо научиться делать, как живешь. Да. Написали. Да. Отлично. Все написали. Быстренько думаю, что нравится. Это может быть внешний вид, навык, слова, тон, тембр, выражение лица, это что угодно. Написали. Первое, что приходит на
Не на ум, это чувство. Да, на руку приходит и пишет. Поэтому надо не умом писать, а рукой. Нравится? Бегом запиши и быстро скажи. Почему? Говори, Кейт. Говори быстро. Так, сейчас. Наташа, твоя стильная прическа просто супер. Ой, спасибо. Все, тормози. Все. Тихо. Быстренько говори. Внешность нравится. Внешность нравится. Да. Подумай, как это красиво упаковать, говори. Отлично, быстро. А, ты кому? Три комплимента в один можно? Одному кому-то, да. Можешь одному. Три. Ну и строк сделать. Да, трех один можешь делать, да? Тут можно все. Не, ну, как почувствовал, без... очень, очень мудрая, яркая и эффектная женщина. Так, а ты кому сказал? Развернись. Мудрая, яркая, эффектная женщина. Да, хорошо. Здесь поза играет роль, да? Не говорите в полу этом самом, да? Оно не воспринимается как открытая поза должна быть. Лицо к лицу или хотя бы 45 градусов, да? Очень симпатичный, любознательный молодой человек. И добавлю, что очень красивый кучер. Молодец, Санка. Я тащусь от того, как ты выглядишь. Вот так вот. Чего ты раньше не говорила? Да? Серега? Ты заботливая, красивая, умная женщина. Вот так вот, да, Наташа? Развернитесь, когда говорите. Так, а я Ири же. Значит, Ири говорит, да. Все говорить, все три или одно. Быстро в одно упакуй, все три. Яркая, активно интересующаяся. Это не комплимент, это то, что тебе нравится. Теперь упакуй комплимент. Тебя что? Восхищает? Восхищает, да. Восхищает. Ну, нет, яркость, это... активность. Яркость, активность и интерес к жизни. Вот так вот. Так, отлично. Поехали. Мне нравится приятный голос. Так и пару найдем друг друга. Паша, быстренько. Развернулся. Да, как минимум. Вы же говорите, когда. Как ты выражаешь свои эмоции и твоя улыбка. Еще мне нравится, как ты сделал мне комплимент. Хорошо, Саня. Я балдею от того, что Танюша у меня двусторонняя личность. Да. Танюша. Я в восторге от Сашиных лидерских качеств, от умения управлять людьми, а еще у него потрясающий взгляд и завораживающий голос. Вот так. Вот, да. Аллочка. А я восхищаюсь тобой как учителем, великолепный оратор. И мне так нравится, как ты классно и доходчиво рассказываешь о самых серьезных и таких, казалось бы, непонятных вещах, но ты это так доходчиво рассказываешь, что просто восхищаюсь, балдею от этого, как легко это все вкладывается. А я восхищаюсь тем, как быстро ты берешь из того, что сказано, что-то полезное для себя, и тут же в бизнес запускаешься. Это меня поражает. Можно еще два комплимента сделать? Скажи. Наташа, ты хорошо подобрала цветовую гамму в одежде, и у тебя глаза, как у милой мультяшной лисички. Спасибо. Так, ребята, два слова обратной связи, что почувствовали, и отводите разницу между комплиментом себе, что вы чувствовали, да, и как вы его писали, легче вам или тяжелее, да, и комплиментом кому-то. Легче и тяжелее. И что вы почувствовали, когда вам комплимент сделали, да? Быстренько обратную связь. Как? Быстро. Себе писала, не так быстро. Когда тебе писала, оно лилось. Так вот, даже не задумывалась, оно само писалось. Ну и когда получила комплимент, было вау. Хорошо, спасибо. Танюша? Мне одинаково сложно было выбрать из всего, что я знаю. Просто сложно, 10 пунктов, я вообще с тетрадью их пишу. И себе, и Саше. Собственно говоря, то есть нужно было выбрать что-то самое яркое, что ли. Самое, что первое в голову приходит. Выбирайте то, что первое приходит. Ну вот что первое в голову приходит. Не, в жизни. Не выбирайте самое яркое, самое умное. Нет, я записывать не успеваю. Я понял, да. Ну, вы поняли, это упражнение нужно просто для того, чтобы потренироваться. А в жизни только обнаружил, и ум уже должен складывать упаковку. Да. Итак, только увидел, уже пошла фраза, да? Вот это нормальная встреча. Поняли, да? Да. Что почувствовала, когда ты получила комплимент?
Ой, так приятно. Я это слышала тысячу раз, но каждый раз это такое счастье. ПДД. Бонусы, да? Балуйте друг друга, баллы давайте, да? Хорошо, Саня. Наверное, когда ты говоришь, что комплимент тебе, он быстро забывается. Когда говорят тебе, это запоминается. Особенно близкие люди, особенно заслуженный, особенно в точке пиковые. Хоть это, хоть в этом. Как вы думаете, в этой точке человек нуждается в комплименте? Да, особенно в нуждается. А в этой? Нет. Так у тебя и так все говорят. Да мне не все нужны. Мне твой нужен. Почему? Да, да. Уловили, да? И... Спасибо, Саня. А как получил? Как? Почувствовал себя? Всегда хорошо. Хорошо, передай, Паша. Знаете, я тебе порекомендую слово «как всегда», замени словом «как никогда». Да, как никогда. Это лучше работает. Когда я говорил, значит, во-первых, когда писал комплимент кому-то, то кажется, что ты не вспоминаешь, не думаешь, не перебираешь, а именно искренне. А себе? Просыпается и редко такое чувствуется. А себе? Больше не знаю, как со строгостью, если что-то связано. Папа с мамой вылезли, куда? Куда? Я себя похлопал, молодец. Да, ну ладно, скромный будь. Да? А когда получил, как тебе? Приятно. Смущение есть. Какое приятное, да? Ну да. Хорошо, передай, Марьян. Ну, в принципе, то, что первая приходила в голову, писала, и когда я говорила, и сидела. Ну, не трудно же это делать. Нет, нет. Вы не представляете, я сейчас покажу, какие-то результаты даю. Можно еще сказать, да. Когда говорил, или когда слушаешь, действительно, вот слова подчеркиваются, и ты начинаешь замечать, вспоминать отрывки, ну, видишь это в человеке. Главное – цепануть за это. Это как альбом рассматриваешь. Только начал смотреть, и тут же куча впечатлений пошли. Да? Цепаните, да? Человек тоже самое, он никогда не думал, что он хороший. Ему же папа с мамой говорили строгим быть. Вот один сказал, второй сказал. И легко же в другом обнаружить. И при этом оно честно идет. А вот себе как-то думаешь, чи выдумал тут комплимент, чи правда, хочется у кого-то спросить. Да? Поэтому мне намного легче тебе сделать комплимент, чем себе. Mm-hmm. Ну, там мне тренироваться надо было. Поэтому что бы не использовать это качество для того, чтобы друг другу всаживать по комплиментам. Пошел по дороге, потоком или там направо и налево, то шевелится. Да? Нет, расшевелил, комплимент, пошел дальше. Это мой меня не слушает. Выполняй это задание, сразу услышит. Перед тем, как что-то сказать, что он должен делать, сначала что? Да. Комплимент. Сначала покорми собачку, потом нагавкать будет. Передай дальше. Ну, и комплимент легче было делать. Как-то сразу раз-раз-раз посмотрела на него и пошло. Себе сложнее. Ну, получалось со скрипом. Вот для чего. Чтобы навык был. Да. Первые шаги, особенно кто не делал, сразу и ноги ломаются, особенно себе. Хорошо, Сережа. Про себя, ну как бы мне не хотелось про себя комплименты говорить, честно говоря. Когда услышал о себе, я обалдел, честно говоря. Мелочь. А сколько лет вместе живете? Знаете, сколько можно было бы уже? Много. Нет, это не надо же обсуждать, да? Это как раз кайф, зато ценить будешь. Вспомните, чем жестче служба, тем слаще деньги. Поехали. Ну, в принципе, нас никогда не учили любить себя. Наоборот, я дитя Советского Союза, все это эгоизм, это плохо, и все. Поэтому раньше это думали, как бы да. Да, поэтому себе писать было ну, действительно тяжело. Сережке гораздо легче. Я сейчас себя поймала на мысли о том, что вот для меня вот эта ситуация, как урока, да, как бы тяжело. А в жизни мне раздавать комплименты действительно легко. И даже в случае, когда человек вот бывает, не нравится, да, ну, всякое бывает, этому человеку отпустить какой-то комплимент, и он попадает в состояние ступора. Ну, он от тебя чувствует какую-то волну, ну, мы же все друг друга чувствуем, и ты себе говоришь, там, ну, элементарно, там, у тебя классная кофточка, хотя кофточка, может, и классная, то, что в кофточке мне не нравится. Человек в этот момент попадает в ступор, потому что он не ожидает такой реакции, да, ожидал другую реакцию. Вот за этим даже наблюдать интересно. И ты потом ощущаешь, что этот человек сам по себе уже не настолько тебе и не нравится. Ну, дальше я покажу, как работать с тем, если ты видишь, что тебе что-то в нем не нравится. Конечно, комплимент можно, но комплимент идет как бы против ветра. И он ничего не делает, ты же говоришь не о том, что тебе не нравится. Ты просто в нем находишь, что нравится, и об этом говоришь. Это тоже вариант. Есть более крутой вариант, mm-hmm. да, что мы говорим именно о том, что нам не нравится.
но так, что оно начинает меняться. И нам это нравится. Вот, вот это уже мастерство пошло. Да? Потому что вот это, ну, сказать, тоже мастерство. Это надо так сказать, это лечит. Нравится внимание туда, это, а на то и смотреть не хотел. Да? Хорошо. Ну, допустим, себе комплименты, то я очень много думала. Наверное, очень требовательно к себе. Вот, а что касается сделать другому человеку комплименты, как бы это легко. Ага. Для меня. Ага. Хорошо. И давай. Вот, ну, себе, ну, что касается тяжело в каком плане, потому что, наверное, на протяжении всей жизни такая сложность небольшая, да, когда человеку что-то говоришь, не так, чтобы он не подумал обо мне, что я там вообще думаю о себе. Там, что он подумает обо мне? В преувеличенной форме, да? Mm-hmm. На это нужно какой-то промежуток времени, потом человек сам понимает. Но перед каждым таким выражением я всем говорю, то есть ты только не подумай, что там я там такой-то, такой-то, то-то, то-то. Вот и именно о этом он и подумает. Вот, и из-за этого и сложно, чтобы не написать о себе, как я вообще там самый лучший в мире. Вот, вот это вот сложно. Ты в чем ты самый лучший? Но в чем урок очень, ну, тренировка хорошая. Это элементарно. Вот у меня был вопрос, как выбрать то или иное, зашел в супермаркет, да, там, ну, выбора, да, чтобы быстро взял и все, зачем думать долго. Вот здесь дали понять просто, что действительно первое, что приходит, вот да, первый чувство обычно самое правильное. Вот. И так же самое вот в комплименте, ну, яркое, да, но не из-за того, что цвет волос, ну, вот личность, попытался, да, на чувствах, да, ну, эффектное тоже можно сказать, ярко-эффектное — это одни и те же слова, но ну, разные. Нет, не яркое — это то, что сейчас, эффект — это еще долго эффектное. Вот. А третье, вот мудрое мне пришло, вот именно почувствовал, да, но знать-то я не знаю человека что этого, тем более, вы же робите, да? Что мало слов, то есть, ну, особо не мне. Да? Особо вы как бы, ну, не общались, да, много, не рассказывали о себе, ну, но и боялся написать, я там думаю, как, ну, я же не знаю человека, как я могу судить, что мы будем. Не знаю. Вы думаете, случайно, может быть, а потом, когда вы говорите быстро, давай, не думай, то, что чувствуешь, то, что пришло, я сразу же написал, и вот это вот есть. Скорость — это способ обход ума. Он не успевает с такой скоростью думать, он только дуплится, а ты раз и сказал уже. Он сказал, да, оттуда уже радость пошла, и он забыл бояться, да, и обрадовался. И уже говорит, я знаю, да я знаю, мне же легко сделать там. Он уже прихватизировал чьи-то достижения, он уже говорит, я же это сделал. Это все мимо него, поэтому надо на скорость делать. Да, очень эффективно то, что будет тренироваться объективность, ну, ты будешь больше чувствовать, понимать, как это, не бояться, то есть страх убирать. И здесь, да-да-да, здесь никто не требует объективности. Чувство — это субъективность. Да, субъективность. Да. Вот субъективно чихать мне, что кто думает о тебе, мне это нравится, и я это все сказал. Заодно и свою волю тренируешь, да? Хорошо, передай. Проблема большая в себе, над этим работаю, не уверена в себе вообще, откуда она есть. Поэтому, когда писала, поэтому я не знала, что вам мне это вообще не нравится. Вот. Насчет того, чтобы кому-то сказать, я уже давно оценила, мне понравится, ты как старик, и говори, что ты уже то, что ты уже давно заметил. Сам первое впечатление, это что-то тоже внешность, поведение, что-то человеке нравится. А вот о восприятии для себя, оно приятно, но почему-то все равно как-то до конца не воспринимается, как бы, наверное, хотел. Вы теперь поняли, какая жесткость вот этих вещей? Жесткое и жестокое. Это жестоко. Не давать себе кайфа в душе. А мы к этому так спокойно относимся, что годами согласны себе не давать. И когда мы залазим туда в ту душу и смотрим, какая там боль, потому что там маленький ребенок, которому не дают то, чего он хочет. Вот он бегает, за ногу держит. Я люблю тебя, люблю, скажи хоть что-нибудь. Нет, 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 ты бабушка говорит. Или прабабушка, или прабабушка по роду перешло, да? Нет, ты не настрадался. Самое главное, что она не скажет, когда ты настрадался, но мало будет. Вот так оно, я говорю, это такая вот, вот очень хорошо, когда ты осознаешь, знаете, такое аж просто в ужасе. Да? Видели фильм вот этот «Пятый элемент»?
Помните, когда она про войну читала? Вот, вот такое состояние, понимаете, это не осуждение, это вот боль за людей, ну, за себя, потому что, понимаешь, вот эта боль сплошь и рядом, просто она заасфальтирована вот этой вот беспечностью, непониманием, да, и вот, наша, вот эта боль восклепывается на Майдане, мы ищем, кто же там крайний, кто у нас там не дает нам счастья, чего у нас Европы нету, чего у нас там еще чего-то нету, да, вон она, Европа сидит здесь. И здесь боль, просто признаться себе, что сам себя насилуешь, это же быть неправым, да? Это же ужас, это еще хуже. Да? И поэтому идем на Майдан, и там под дубинки идем беркут. Да? Вот таким вот образом Творец вышибает из нас, чтобы душа наконец вышла. Вот этими испытательными сроками по 3 месяца, или Майданами, да? Или там еще хуже, как в Кавказе. Да? В конце концов, будет. Народы, люди просыпаются. Вы бы видели, какой сейчас грозный. Никто не видел последние вот эти самые? Mm-hmm. Париж, я вам скажу, там так отстроили, это красавище город. Да? Вот напишите, наберите в Ютубе сегодня, грозный сегодня. Там из Кадырова интервью идет, там и так дальше, дворец этого самого. Я не поверю, что это грозный. Обычно же грозный, там все разрухает. Это вообще, это настолько красивый город сейчас. Это один из лучших городов, его отстроили по последнему этому самому. Там архитектура обалденная, зелени очень много. Люди сейчас на свете хоть появились эти самые, то есть вот в той войне и появился какой-то плюс. И когда вот это, я просто слушал, я в шоке был. И что бы мне там не рассказывали сейчас, да, ну я, это потрясающая вещь. Да. Ну, это не лучший способ Европу у себя установить. Да. Хорошо, а можно? Я просто в свою сторону говорю, скажи, я быстро. Вот, еще мне дало понять вот ожидание еще. Не нужно ожидать даже в самых-самых вообще мелких вещах, которые даже не задумываешься. И можно получать кайф от комплиментов даже самого маленького. То есть да. Вот даже за почерк, вот это мелкая вещь, да, но в школе, то есть наоборот все было, я девчонкам все подписывал, да. И сама, то есть наоборот. Да. И когда прошла школа, институт, ну, пишу дальше, ну, никто, ну, особо никто не аврит никогда. Да, а как-то хочется, но понимая, что я кайфую от этого, а не показать, что вот я пишу классно. Да. Вот услышал даже такую мелочь, вот, ну, классно. Да. И если я кайфую, и если кто-то на это обращает внимание, то я еще лучше пишу. И мне кайф от этого, от того, что сказать. Самое главное, что и тебе кайф. Но самое главное, тогда начинает проявляться в сознании, что мир красивый, он радует. Это просто упражнение в счастливости. Если бы не было других людей, кому-то деревьям комплименты говорил, там реакции нету, обратной связи. А так удивление, некоторые прячут, это же прикольно, да? Да не-не-не-не-не. Начинают доказывать, что не-не-не, я только не подумай. Да? Да я не думал вообще, я все сказал и пошло. Еще один момент, в чем не нужно ожидание, потому что не ожидая, от неожиданности больше кажется. Вот он, и бал сразу, да, и привычка. Да? Самое главное, вырабатывается привычка. Включать вот этот поток, потому что в этот момент у тебя очень нравится, что, да, это же от души сказано. Да. И здесь я не рекомендую говорить типа хорошо или плохо, потому что это уже оценка. И, а когда ты говоришь, что мне нравится вот это, человек может быть считает это плохим. Если ты говоришь, это хорошо, ты как бы в противовес ему. А когда ты говоришь, что мне нравится, ну это не, это плохо. А мне нравится. Понимаешь? То есть ты и не споришь с ним, потому что твои чувства, я же лучше знаю, что мне нравится, что нет. Да? И с тобой не спорю. Плохо, но я согласен, тебе плохо, но мне хорошо. Да. Ну, от того, что ты так. Хотя мне по барабану, если ты поменяешь, мне все равно будет что-то другое хорошее. Время. Вы поняли, да? Mm-hmm. То есть нету уровня конфликтов. Уровень рассуждений, ценностей, это всегда конфликтный. А уровень личностей, чувств, это мой. Это я свое сказал. Имей право. Mm-hmm. Поняли, mm-hmm. да? Все. Mm-hmm. И открыто. Открыто обычно притягивает. Ирочка? Значит, я вот написала комплименты супружеским парам. Саня и Таня, мне нравится ребяческая бесшабашность ваших серьезных отношений. Сережа и Оксана, бережность ваших отношений друг к другу завораживает. Спасибо. Лесли и Виталик, вы настолько гармоничны друг в друге и во внешности, и в открытости друг с другом. Молодец. Потрясающе полезная способность. Что такое качество ученика? Это не количество узнанного, это количество сделанного из узнанного.
Поняли, да? Ученик – это тот, кто сделал то, что узнал, а не тот, который узнал. У тебя хорошее качество ученика. Да. Можно еще? Да. Заметил, что… В смысле, заметил и почувствовал, когда вот обмениваешься комплиментами с кем-то, то ты именно не ожидаешь ничего, как бы чувствуешь эту искренность, это, ну, когда. А когда наблюдаешь, когда кто-то кому-то делает комплимент, то ты начинаешь как бы анализировать, искать это в себе, ну, градуировать, в общем, насколько сильно, правда или правда. А какая разница? Когда я говорю о чувствах, ты как тебе проградуешь? Эгоизм просыпается. Я себе просыпаюсь. Почему я себе это не нашел, а потом, а почему не нашел, начинаешь искать себе. Поищи. Если хорошего всего. Много. Да. Значит, домашнее задание здесь напишите вот здесь. А ты не сказала, я тебя попросил, проси, Марина. Ну, могу сказать, что комплимент делать мне было легче, потому что позже видел и... Это и то комплимент был. Не, ну в смысле, кому? О себе, что касается себя, то здесь вот мозг как бы работает, начинаешь думать вот какой ты, и вот докопаться до себя, до сути, вот свою ценность, что ты на самом деле такой, 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 и ты не соответственно, ты особенный для себя, а то есть вот эта честность с собой, а не под какие-то вот рамки общественности, что ты должен быть такой, такой, такой. Потому что если ты не такой, значит ты ненормальный, да, то есть, а вот именно по-честному быть, вот ты такой, такой обладаешь тем-то, тем-то, и почувствовать вот это, что действительно ты талантливый, классный, и таких больше нет, это, конечно. Да. И тут вот смотрите, да, то, что нас окружает, энергия внешнего мира, да, это янские энергии, мужские энергии. То, что надо, должен действовать. Да? То есть это то, что побуждает нас становиться таким, как хочет от нас социум. Вот он, эти энергии, видите? Они еще до сих пор здесь, куда не делись, по инерции. Это же не так, что взяло и солнце встало сразу. Там же сначала серенькое идет, вы поняли, да? Да, но смотрите, как мы устроены. У нас внутри есть внутренняя женщина, которая точно знает, что ей нравится. Это для работы внутри, это та, которая влюбляется. В мужчине, что в женщине влюбляется внутренняя женщина. Да? Ну, вот, душа. Да? И есть внутренний мужчина, что в мужчине, что в женщине. Это дух. И его задача защитить. Задача какая? Женщина в материальном мире, в женщине внутренняя женщина, это та, что защищает твою внутреннюю территорию. Не надо кому-то. А какая задача? Защитить свою внутреннюю женщину, то есть душу. То, что она знает. Почему важно комплименты делать? Потому что так твой дух просыпается. Именно в его настоящем служении душе, а не обществу. Потому что общество пытается дух захватить человека, покорить этот дух и заставить душу давать энергию для общества. А задача души быть защищенной, чтобы она могла давать энергию обществу. Только какую? Любви, а не жизни. Понятно, да? Но для этого она должна быть в защищенности. Женщина не может давать любви, если она не в защищенной. В первую очередь защита, только тогда я могу любить. Правда, девочки? Если вы не защищенные, у вас даже секс с трудом получается, да? И секс, а как-то перепух какой-то, да? Потому что в первую очередь безопасность. А мужчина, зачем нужен мужчина? Не просто, чтобы сексом заняться, потому что еще в этом присутствии я чувствую безопасность. Внутренний мужчина для этого же. И поэтому, что такое дух? Это наши действия. И поэтому мы идем на то, что страшно, все-таки говорим себе, в чем мы лучше. Особенно, если мы кому-то говорим о том, в чем мы лучше. Особенно, когда мы делаем предложение кому-то, да? Знаешь, я вот в этом лучший. Это, я в этом чувствую, да, это, у меня есть подтверждение, да, я вам предлагаю свои услуги в этом. Я могу вам в этом помочь. У вас мелочи только требуются, да, и говорите свои условия. Да. Я уже три компании предложил. Да. Я просто... для себя еще одно домашнее задание, напишу, может кто-то захочет. Вот сложность, чем была для себе комплименты писать, когда их всего 10 пунктов. И вот сложно выделить вот, ну, важнее, потому что не просто какое-то. Что, сейчас домашнее задание? Такое, вот, да. Я просто хочу, не думая, написать 100, а потом расставить приоритет. Да. Очень сложно, но, конечно, но мне... Не, напишите домашнее задание. В конце, да, завести журнал «Счастье», назовите его. Раньше мы называли журнал «Успеха», сейчас будет журнал «Счастье». Значит, две точки.
завести журнал счастья. То есть возьмите такую тетрадь, не такую, а большую. Знаете, толстые тетради продаются такие вот большие. Напишите сверху журнал счастья мой, да. И первая страница, и пишите. Первое. Мои способности, таланты, качества. Мои способности, таланты, качества. Тире 50 штук. Просто напишите своих 50 способностей. Что вам придется сделать? Вам придется вспомнить и среди своих представлений о себе выкопать именно те, которые вам нравятся, которые вас воодушевляют. Потому что вы называете это способностями, потому что они действительно классные, они воодушевляющие. Просто немножко заржавели, потому что давно не пользовались некоторыми. Да? Это первая часть, понятно? Да. Вторая часть. Еже. А? 50. То есть мои способности, таланты, качества. Не, 50 это не меньше 50. Пишите 100, то пишите 100. Это то, что вот это самое. Да? И я дальше пишу. Ежемесячно пополнять по 10 штук. Просто вспомните даже детские способности. Притом способности, мы езжим на велосипеде. Тебе нравится это, да? Это способность. Некоторые не умеют этого. Напиши его. Да? Он говорит, только это ерунда. А ты вспомни в детстве, это была ерунда? Как ты себя чувствовал, когда ты ехал? Нет, пиши, езжу на велосипеде. Помните, да? То есть ерунда, это ум везде, ерунда, ерунда, ерунда. Почему? Потому что он идиот. Да? Потому что его настроили как идиота. Иди от себя. Девочка написала записку, парень перебегает. Что пришел? Ну ты же написала. Она говорит, что написала? Ну написано. Она говорит, идиот, сюда. Она говорит, иди отсюда. И там пробел поставил. Да? Да. Да. Это понятно? Да. То есть дописывать каждый месяц по 10 штук. Вот, если у вас нету, то идите приобретите. Например, у вас появится новая способность, легко делаю комплимент. Может такая появиться? В день по 10, а через месяц по 20 в час. Хорошо. Понятная идея, да? Следующий раздел этого журнала. Мои достижения. Истории, подвиги. Да? Вспомните, чем вы когда-то гордились. Может быть, когда-то приставала, я ему наконец-то морду набила, так боялась, но дала. Да? Записывай. Там 2-3 слова. Набила морду тому-то. Может быть, там тебя прессовали на комсомольском собрании, да, чтобы ты сдала, застучала на кого-то, но ты отстояла и гордишься этим. То есть там, где вы дух проявили свой. Поняли, да? Вот и запишите, то же самое, минимум 50. Нет, это не за один день. То есть каждый день просто домашний заявок, журнальчик записывайте тогда. Вспомнил, написал, вспомнил. Но начать надо с 50. Вот сел, за раз 50 написал, то есть делайте интенсивный. Сначала они легко пойдут, потом будете затыкать, а потом как посыпется. Главное зацепить там это нужное. Можете взять детские фотографии, полистать, там еще сотня историй, особенно студенческие. Там сколько подвигов, что мама дорогая. Да? Да. В общем, это консервы, их надо вскрыть и выпустить эту энергию, потому что она сейчас там заржавела. Да. Потом, если у вас что-то не получается, вы думаете, не получится, вы берете свой журнал счастья и пошли читать способности. Почитали, как это у меня не получится. Кто это сказал? И пошла действовать. Поняли идею такую? Да. Сама себя на это самое, сам себе. И то же самое, следующий пунктик. Ежемесячно дописывать 10 штук. Так у меня не будет 10. Ну, так цель поставь, чтобы были. И будут тогда. Вы поняли? Это то, что делало вас счастливым. Да. Ну и третий раздел, очень простой. Ежедневно пять результатов. То есть, по сути, это пять комплиментов себе. Комплиментов себе. Вы помните, как обратная связь дается? Как? Первое, что? Чувство, второе, осознала, и третье, решила. Можно написать, мне понравилось, как я сегодня сделала то-то. Да? Я просто в восторге, как я поговорила там с Аней. Или, блин, фу, меня так успокоило, когда я договорился с Виталиком. Да? Меня просто удивило, на что я способна, да? И так дальше. И вот свои результаты в течение дня записывайте в виде чувства,
осознание, за что это чувство. Да? И вам тут же поймется, что, вы, что вам надо дальше делать, чтобы вы снова получали эти чувства. То есть какое решение принять. Повторить что-то из этого. Или какой-то подвиг повторить, который вам дал. Или какое-то качество использовать. И заметьте, оно само будет. Вот это вот ваши деньги. Поэтому комплимент самому себе, это не комплимент самому себе, это за то, что у тебя появилось, или что ты обнаружил еще в себе. Может быть, что сегодня ты вдруг увидишь какое-то качество, или тебе сказали комплимент. И как это легче всего делать? Приходить сюда, организовать работу клуба, я думаю, что Галя с этим самым, да? Если тебе лень самому себе писать, да? То скажи хоть кому-то. Если каждый это сделает, то ты вечером запишешь, что тебе сказали. Сколько тут человек, да? Да. Все, и такую работу. Это даже еще больше эффективнее работает, чем сам себе. Но сам себе тоже не стесняйся, потому что это подвиг духа. Задание понятное? Да. Ну, вот, например, там кто-то курит, да? Если тебя это не напрягает, да? Нет, если тебе это не нравится, то скажи. Ну, скажи правильно. Да? Да. Вот. Но обычно не кури. Да, это что? Это вызов. Да? Даже хотел бы человек, ну, сколько можно курить? Да? Или особенно это вот там в общественном, там, в поезде, там это самое. Что вы тут ходите, там и так далее. Раскомандовался кто-то там и так далее. Естественно, сразу первый позыв ответить тем же. Да? И трудно себя уже сдерживать там и так дальше. Да? Вот. Хотя, если обратился по-человечески, то и так далее. Но опять-таки, если ты чувствуешь, что тебя сдерживается, значит там есть какой-то этот сам. Надо его вытащить, трансформировать, и тогда не надо будет сдерживаться, потому что нечего сдерживать будет. Да? Это уже урок будет, понятно. Но я сейчас коснусь пока. Заметьте, это вербальные техники. Тут нравится, не нравится, даже с этим можно работать. Да? И вторую технику я не нашел русского аналога этого слова, этой техники, да, поэтому буду применять технику, как она есть, ну, в литературе можно о ней поискать и так дальше. Она называется рефрейминг. То есть есть очень много там разных вариантов этого рефрейминга, но смысл «ре» — это повторно, а «фрейм» — это рамка, как бы расширение рамок, переобрамление. Да? Вы заметили, как картина без рамки и в рамке меняется? Как просто даже женщина одна и та же в одежде, в другой рамке уже меняется. Да? Мало того, вы заметили, что одни и те же вещи в разных рамках, контекстах меняются. Например, идешь по улице и слышишь шаги чьи-то, ну, по центру, ты даже внимания не обратишь. Правильно? Заметьте, с той же шорохом, с той же периодичностью шаги в 3 часа ночи в своей квартире, это совсем другое значение. Да? О, да? Абрам, Абрам, встань, скажется воры, да, и что ты хочешь, чтобы я сделал? Ну, иди хотя бы собаку разбуди, да? Да? То есть вы поняли, да? То есть что такое рефрейминг? Это такой взгляд на вещи, который меняет смысл вот этого негатива. Вы помните, да, негатива нету, недостатков нету. В жизни нету недостатков. Какие клавиши плохие, черные или белые? Не вовремя звучащие, да? Или не в меру звучащие. Вот точно так же в жизни. Сделаю это слишком. Слишком рано, слишком поздно, слишком громко, слишком тихо. Да? Ничего плохого, когда ребенок радуется. Он просто слишком громко. Поняли, да? Идею. А? Меняет чувства твои. Только заметьте, здесь те шаги в негативный контекст пошел. Да? А смысл в следующем. Да? Например, вы увидели что-то в человеке, и оно вам не нравится. Зафиксировали в этом. Вторую вещь, что вы делаете. В каком случае это может нравиться? В каком случае это хорошо? Поняли, нашли, в чем хорошо. Да? Вот человек жадный. Жадность. Жадность мне не нравится. Да? А в каком случае жадность полезная? Главный бухгалтер. Должен быть жадным. Но тогда это уже бережливость, а не жадность. Да? Вот у нас Алька, да? Упертая. Вот если она уперлась, то все. Да. Но когда внимательно посмотрели, да, сказали, ты знаешь, ты такая упорная, что если ты берешься, ты обязательно себе его достигнешь. И она как только поймала, что такое упорность, да, так вот берет скакалочку, Данька два раза прыгнул, там споткнулся, ему уже неинтересно, ну такой, да, а это трудится, трудится, и все, папа, я уже 3 прыжочка сделал, да. И если ее похвалить, мама должна носить бомб в небе, да, еще 5 прыжочков. Поэтому упрямость стала чем? Упорством, настойчивостью. Вы поняли, где я? Ничего плохого в этом. Вот крикливый. Это что значит? В каком случае, да? Хорошо, крикливость. Услышал, что? Да, на сцене хорошо, да? Выступать и так дальше. Он сейчас в академии, в этом самом, в театральная игра, да? Выступает на сцене, да, и там чувствует себя мама дорогая. Он не стесняется.
Почему? То есть то качество, которое не нравится, если его правильно использовать, да? Мама пилила, что ты как дурак, зайди в институт, папа пилит, да? То есть, как обычно наш ум, он ловит что-то в ком-то, что отличается от него, назначает это плохим и потом начинает пилить. А на самом деле это что? Это просто отличное от тебя. Это и есть то уникальность, которую надо развивать. Просто надо сообразить, в каком случае она пользует. Да? И только один человек говорит, нормально, пацан, нормально, что ты кидаешь мячик. Мы тоже ругали, что ты с тем мячом возишься. Вечно возишься с мячом, где лучше, что ты все сиробей. Да? А тот сказал, так как ты кидаешь, никто. Если это правильно развивать, то ты станешь чемпионом мира. И он стал чемпионом мира. Сейчас одно его кидание, он там, Чикаго дает 2 миллиарда долларов дохода. Майкл Джордан, да, это его история. Просто кто-то, кто понимал в толке, обычно мама, папа, ну, не все знают, да, в мире, да. А человек, который разбирается, сказал, ты что, ты ж талант. И начал говорить, да, что если это правильно использовать, ты будешь лучше. Вы уловили саму смысл рефрейминга? Да? Мне эту историю рассказывал человек, я вообще эту тему влияния роста в Москве слышал. Зал 6 тысяч человек, такой плотненький мужичок, Рон Дженсен, по-моему, его фамилия, американец. Да? Очень многие вещи, хотя ругай, не ругай американцев, они очень далеко продвинулись в отношении вот именно роста личностного. И красавцы в этом плане. Да. Кстати, от них я и научился по-другому смотреть на свою страну. Потому что они сюда приезжают, ребята, а у нас, говорит, ничего нет. Мы ничего не умеем. Кто мы такие, да? Мы умеем только деньги делать. Вот если бы меня, говорит, КГБ поймало и начало допрашивать, говорит, ребята, я ничего не могу, я только знаю, как стать богатым. Да? Все остальное я вам не могу, рассказать бы не знаю. Меня не учили этому. Поэтому я вам готов, садитесь, я вам сейчас расскажу, все расскажу, да, не надо меня пытать. Он так прикалывался, да. И вот он рассказывал за эту тему влияния роста. Говорит, когда был маленький, я был толстым, но таким шустрым. Если кто-то мне вместо комплимента там что-то поддергивал, то я сразу в рыло давал. И мои оценки были, у них же там это А, Б, В, Г. Д, Е. Да. Мне там где-то Г, Д, Е. А, Б, С, Д, А, Б, С, Д, И. Ну, вот эти баллы, да. И где-то это самое. Где-то в каком-то там шестом или седьмом классе мой друг ходил на такой тренинг и вот эту тему получил, и задание получил. Найти то, что тебе не нравится, да, сказать это вслух. Но там, смотрите, как сам рефрейминг выстраивается, да, по фразе, ну, упаковка, да. Не пишите, я дам задание, там в задании по пунктам расписано все. То есть ты говоришь то, что тебе не нравится, эмоция. Ты знаешь, у тебя есть то-то, что меня просто выводит из себя. Это правда. И человек воспринимает, потому что он сам знает, что-то не нравится. Он сам пытается с этим бороться, но не может. Почему? Потому что это его природное, да? В него тоже вирусы сидят, которые пытаются в нем подавить божественное предназначение. Потому что это плохо. Это маму не радует. Да? Мама же хочет, чтобы он в институт поступил. Но если это правильно использовать, то это будет что? Э плюс. Поняли, да? Начинаешь с минуса и говоришь, и самому легче становится. Да? А потом переворачиваешь и показываешь, как в этом плюс. И так дальше. Да? Это и правило публичных выступлений, как зал. Сначала качнул зал. Я помню, вот профессионалы, это я ездил, как выступали профессионалы, я просто в восторге был, насколько люди владеют аудиторией. Я помню, в Будапеште мы сидели, сидит весь зал, да. Но зал такой грустный, потому что там паспорта поменяли, целая куча людей не попала, недовольные, знаете, такие вот. И вот семинар срывается, по сути. И тут, как же его, с Австралии там спикер один вышел, ну, красавец такой, да. Где-то час ночи, там еще и опоздали, там люди уже уставшие, сидят такие, да. И вот он вылетает на сцену, да, и так смотрит на всех. Он говорит, в этом зале я ни одного человека не уважаю. Все так раз смотрят на него, ни одного, говорит, а за что? А все так, знаете, надуваются, да? Вот такие слова я услышал, когда я приехал первый раз на семинар. Все, да. И сразу все проснулись. Понимаете, как он качнул зал? Что это типа не их касается, да? Ну, то есть, вот это, ну, то есть, вот это мастерство, то есть качели вот эти, да? То есть, вроде бы и ударил, все же там обиделись, да, но не по них. А, елки, фу, отпустило, да? То есть, вот чем шире на сцене, да? То есть, собственно говоря, поэзия, да? Черный снег обжигает губы. Знаете, что в голове творится, да? Что черный, что снег, что обжигает, он же лед, да? И так дальше, да? Кто любил уж, тот любить не сможет, кто сгорел, того не подожжешь. А, фух, открылось, да? Качели. Вот этими качелями и включаются вот эти вещи. И то же самое, то есть рефрейминг – это удивительная качель. Особенно это когда себя касается. Есть у тебя недостатки? Да? Мне просто бесит себя в это. Но если я буду вот так это использовать, так мною все гордиться буду. Знаете, как можно вывернуть это все? Притом здесь юмор и глупость работают по полной программе. Да? Как глупость, да? Ну, у меня там уши большие, да?
Оно еще как звучит? У меня большие уши, да? Зато тень от головы красивая. Да? Да. И уже смешно. Да? Бах, и снялось вот это самое. Да? Да. То есть, что угодно можно вывернуть, то есть, играть. А главное, чтобы конец был чем? Позитивным. Так вот, он рассказывал. Когда я был маленький, приходит этот самый и говорит, вот Триндит, говорит, ты знаешь, ты вот много говоришь. Меня это выводит из себя. Я уже настроился там в сдаче дать ему. Да? Это же правда была. И все ему говорили, что он много говорит. Но если ты будешь правильно развивать себя, получится хороший оратор. Уже и руки опустились, да, уже бить не хочется, да. Да. И, то есть нашел один, а в следующий день он нашел второе качество его, кого выводит из себя, да. Качество называлось «да не посидит вродать», да. За тобой, знаете, такое, да, куда ни пошли, там везде будет кипиш какой-то, да. Вот за тобой дети идут, вот куда ты не пойдешь, они за тобой идут. Ты не всегда их ведешь куда надо, и это бесит меня просто. Но если ты будешь развивать, из тебя получится хороший лидер. Он начинает уже гордиться своим этой харизмой и так дальше. Итак, лидер, оратор, оратор, лидер, лидер, оратор. Да? Я ничего не делал, но мои оценки поползли. БЦД, АБЦ, АБ. Да? Я стал старостой класса, потом капитаном бейсбольной команды. Я сейчас стал тем, кем я стал. Кто я? Да мой гонорар за одно это выступление, говорит, 50 тысяч баксов. А знаете, кто мой друг? Партнер в этом бизнесе. Потому что когда ты делаешь, то ты сам развиваешься. Вы поняли, что такое рефрейминг? Да? Поняли, да? Отлично. А теперь быстренько напишите, ну, чтобы быстро, три своих качества, которые вам выводят из себя. Да. Или это не обязательно качество, это может быть навыки, привычки. Есть привычки, которые тебя бесят? Да. Это есть какие-то вещи, которые тебя бесят? Не та квартира, не тот дом, там, слишком чего-то плохо. У меня слишком маленькая квартира, у меня слишком не тот муж, у меня слишком не тот ребенок, или там... Слишком упрямый, слишком какой-то. То есть что угодно, что тебе не нравится. Да? Есть, вот, например, особенно в себе. Вот, напишите три качества в себе, которые вас бесят. Быстро, быстро, быстро. Не надо писать полностью текст. Просто вот это, вот это и вот это. Это легко пишется. Да? Которые вам не нравятся, которые вас раздражают. Это может быть, я злюсь вот тогда-то, тогда-то. Хочу здрасте сказать, а злюсь. Или стопорюсь там на сцене. Или боюсь там комплимент сделать. Меня это выводит из себя. Что же это такое? Да. Или не могу там вот это. Там целая куча не могу колок. Может, тебе там Майдан не нравится, да? Который сейчас. Написали? Написали. А теперь возьмите то, которое вам больше всего не нравится. И найдите, в каком случае оно вам может принести пользу. Или в каком контексте, или в каком случае, или как использовать. Или что в этом хорошего. Или в каком случае это может быть полезное, хорошее, нужное. Быстро, быстро подумали. Да? А тут мы уже начинаем включать тот кусочек мозга, которым очень редко пользуемся. Да? Который надо развивать. Ой, потому что это и есть наше предназначение. Вы помните, какое наше предназначение? Пойти куда? В непознанное и сделать его каким? Познанным. Вот это наше предназначение. Переворачивать плохое на хорошее. Обычно мне наоборот хорошо получается. Можно перевернуть раздражительность. На что раздражительность? Что тебя раздражает? Конкретно. Одну назови. Что тебя раздражает? Что конкретно раздражает? А? Что конкретно в поведении раздражает? Ну, что, последний раз, когда раздразило? У меня уже два дня дома нет. Что, забыла уже? Да, уже забыла. То, может, уже не раздражает? Да. Ну, что он раздражает? Их возражения они тебе дают или не делают то, что ты говоришь? Что? Или делают не то, что они говорят? Делают не то. Вот пиши, делают не то, что... Меня раздражает, когда дети не то делают, что я им говорю. Не то, что я хочу. Правильно я понял? Не то, что мне нравится. Да. Пиши. Угу. Так, а теперь найди, что в этом хорошего. Что благодаря тому, что делают не то, у них появляется что-то, что никогда бы в жизни не появилось, если бы не тебя послушали. А ты откуда знаешь? Что? Что пока ничего не что там должно появиться? Ну, как
какие-то работы, я знаю. То есть, что они не пришли на работу? Ну, конкретно назови, что. Или тебе вообще дети не нравятся, чтобы они не делали? Нет. Ну, почему? Так я ж не заявляю. А ну, назови конкретно, что в их поведении тебе не нравится? Или какого результата у них нету? Никакого. Ну, не бывает, они живые. Все, это уже результат. Какой должен? Назови результат конкретно. Вот у них нету результата. Какого? Никакого. Как никакого? Они дышат, они одеваются, они купаются, они с кем-то разговаривают. Как никакого? Куча результатов. Это ты слепая. Ты нарисовала себе, нет никакого результата, и долбаешь их за то, что ты себе нарисовала. У них что-то есть, но тебе не нравится. Что конкретно тебе не нравится? Из того, что у них есть или чего у них там нету. Работы у них нету? Работы у них нет. Так и напиши, что у них нет той работы, которую я хочу. Хорошо, никакой работы нету. У меня тоже никакой работы нету. Пиши. Ты написала? Написала? Угу. Да. А теперь найди, что хорошее в том, что у них нету работы. Себя еще не нашли. Вот смотри. Ну да, времени там много, это понятно. Вот уже, зато много хорошего приятного времени. Можно душе уделить время, да? Да. А теперь смотри, на работе сколько они будут денег зарабатывать? Ну, по-разному. Ну, максимально назви, на которую ты способна сейчас вообразить. Вот у меня сын летом заработал 100 тысяч. 100 тысяч где? Ну, у него там мини-завод был. Это работа была? Это была работа, но она сезонная. Вот лето закончилось, и все. И он заработал? Заработал. И никакого результата? Никакого. А для чего зарабатывали деньги? Чтобы не резко тратить. Ну вот сейчас ни денег, ни работы, вот так. Ну так, хорошо. Запиши, теперь напиши, что в этом может быть хорошего? Что у них нету сейчас работы. Любятся теперь целыми днями. Вот а теперь пиши, зато любятся целыми днями, дальше. Так, а кто должен оплачивать вот это любятся? Все, извините меня, профукали летом. Теперь мы любимся, а кто будет оплачивать? Ты слышишь, что я задал вопрос? Да. Я тебя не спрашиваю, кто должен. И не собираюсь тебе отвечать, кто тебе что должен. Да. Я тебе задаю вопрос, что хорошего, что в них есть время свободное. Смотрите, и что они не работают. Да. Хорошее все. Пиши, не объясняй, пиши. И найди, что в этом хорошее. Представь себе, что у тебя не работаешь сейчас, и у тебя куча времени с любимым человеком. Что хорошего в этом? И запиши с десяток пунктов, которые тебя просто прут, когда тебе не надо работать. Записывай. И кайфани на этом. Понятно, да? Еще есть вопросы у кого-то по своим? Назовите. У меня вот, я не могу отказать человеку в просьбе, даже если я знаю, что это будет мне в ущерб. И что ты чувствуешь в этом? Ну вот я не знаю, как сделать так, чтобы в этом было что-то хорошее. Не, ну да, это типа там какая-то добродетель, жертва, но это нехорошо. Но в каком случае это хорошо, когда ты не можешь отказывать? В каком случае это хорошо? Кто подскажет, кто может тебе помогать? Я написала вот так, например, ну немножко по-другому. Значит, необязательность дает мне свободу и фильтры хорошие для тех, кто любит меня. То есть я отслеживаю, например... Как тебе сказать? Те люди, которые меня любят, они принимают меня. Подожди. Дай пускай подумай это сам. В каком случае ты кайфуешь, когда ты не можешь отказать? Наверное, когда благотворительностью занимаешься. Не обязательно. В каком случае что-то происходит, и ты не можешь отказать, и ты кайфуешь от этого? Наверное, когда человек, когда сама себя реализовываешь. Подожди, когда тебе подарки делают, и ты не можешь отказать, это тебя огорчает? Нет. А? Пиши. Тогда будешь понимать, где использовать свою способность не мочь отказать. Так, еще в каком случае тебе будет приятно, если ты не сможешь отказать? Зарплату тебе повысили, и ты не смогла отказать. Еще в каком случае? Предложение сделали когда-то, и ты не смогла отказать. Это же искусство бизнеса, мафиозное предложение. Предложение, от которого не могут отказаться. Да? Ты с той стороны, уже с одной стороны его изучила. Со стороны того, кто не может отказаться, да? Мало того, если ты видишь, что ты не можешь отказать, ты знаешь, как ты это делаешь? Как ты не можешь отказать? Не поняла вообще ничего. Почему ты не можешь? Как ты себя объясняешь, что ты не можешь отказать? Ну, человек нуждается в моей помощи сейчас, любой, допустим, там, угу. То есть, я ему отказываю, и мне
он нуждается, и мне плохо, если я, когда я ему отказываю, правильно? Отлично. Как ты думаешь, вот этим страдаешь только ты? Нет. А как ты думаешь, есть люди, которые тоже вот этим точно так же? Есть люди. А теперь скажи, если ты знаешь, как ты себе делаешь, ты можешь кому-то сделать предложение именно в таком формате, чтобы он не мог отказать? Что человек страдает, да, я прошу помочь ему. Можешь такое предложение сделать? И купить вот эту вот вещь? Ну, так используй. Так что в этом случае? Можно использовать где? В продаже. Это качество. Поняв, как ты это делаешь, это использовать можно дальше. Улавливаешь фишку? Ничего, не надо понимать. Пока надо почувствовать. Плюс в том, что ты не можешь отказать. Не надо бороться с этим, а найти, что в этом хорошего. И используйте это там, где тебе это в кайф дает. Свою неспособность отказать. Уловил? Просто напиши, в каком случае тебе это нравится, когда ты не сможешь отказать. Когда это тебе пользу принесет. Угу. Еще у кого есть вопросы, кто не может придумать рефрейминг. Леся. Например говоря, надо принимать таблетки, я не могу принимать. Ну, вот, каждый день делать одно и то же, я не могу. То есть я не могу делать каждый день одно и то же? Ну да. Что вот в этом хорошего? Или... Ну, надо делать, я его не делаю. Это странно. Я понимаю, что оно мне надо, но я его не делаю. Что хорошего в том, что ты не делаешь то, что надо делать? Если ты делаешь то, что надо делаешь, ты что отдаешь? Жизни. Значит, что хорошего в том, что ты не делаешь то, что надо делать? Молодеешь. Учишь организм выздоравливать самому. Наконец-то ты научишься. Я же научился когда-то. Я делал то, что надо, в итоге только голова болела 2 года. Пока наконец-то не сделал то, что хочу. Я так себя тоже насчет таблеток. Тихо. Ты пока напиши, в каком случае. То есть осознай, в каком случае вот это надо. Ну, то когда ты не делаешь то, что надо, хорошее. Что ты еще получаешь, если ты не делаешь каждый день что-то одно и то же? Где это качество можно использовать? Свободное время. Пиши свободное время. Зато есть свободное время. Еще. Вот перебирай вот эти «зато», «я не делаю», «зато» и пиши следующее. Что еще «зато», если ты это не делаешь? Чем бы ты занималась в это свободное время, когда ты не делаешь то, что надо? Отдыхаю. «Зато отдыхаю». Еще. Вот в конце концов найди то, что аж вот оно. Вы же помнишь, то, что нам мешает, то нам и поможет. Вот в твоем надо находится решение твоей проблемы. Просто затокай. Уловила? Тренируйся, пиши, вот 10 зато. Бегом, на скорость, не думая. Потому что сейчас ум тебя запутает. Рукой вот пиши, что зато. И пошла. Бегом, не стой. Пиши, быстрее, пиши, бегом. Да, не думай. Зато... Я успокаиваю. Да, зато успокаиваешь, да? Хорошо. Еще у кого есть рефрейм, который не может сделать? Что есть такого, что ты не можешь перевернуть? Я не могу перевернуть. Что? Непунктуальность. А? Непунктуальность. Отлично. Что хорошего? Я знаю, что вот так вот надо. Ты опаздываешь или раньше приходишь? Заранее. Нет, я бы опаздываю. Да, что хорошего в том, что ты опаздываешь? Я успеваю сделать что-нибудь другое. Я опаздываю по какой-то причине. Отлично. Что еще? Я подожди, ты так много сказала, я только услышал одно. Точно. Зато я что-то поделаю другое. Еще. Да. Быстро. Что еще хорошее или в каком случае это может быть полезным? Ну, опоздать на «Титаник» это полезно. Отлично, немало. Кстати, очень многие опаздывают. Кстати, да. Это даже статистика показывает, что многие люди опаздывают на самолеты, на эти, именно в тот день, когда это самое, чуйка работает. Опоздала на тот тоже он на офис опоздал, да? Самолет въехал туда, женой поругался. Да? Еще что, если ты опаздываешь? Что еще? Хорошего в том, что ты не пунктуальная. Ну, тот, кто ждет, либо дождется и... Если дождется, то что? Ну, что это значит? Дождется, значит, ему надо со мной... Значит, что? Как он к тебе относится? Значит, он меня уважает. Это отлично. Знаете, сколько мы можем проверить, уважает человек или не уважает? Что еще? Если ты опаздываешь. Женщины специально опаздывают, это 20. Мужчина подвиг совершает. Так и проверяется. Да. А то пришла первая.
А он опоздал, она, ну, это ничего, ничего. И что ты сделал? Да. Да. Еще Валера, что? Валера, у нас одинаковое качество. Можно я прочту? А ну давай. Написала: непунктуальность дает мне быть свободной и счастливой, и не наблюдать за часами, которые я не ношу. Да, не смотрю на часы, дальше, спонтанное. Дальше, что еще? Если ты опаздываешь, что ты чувствуешь? Что чувствуешь, когда опаздываешь? А? Что в этом хорошего? Чувство вины. Зародыш совести. Совесть, да. Совесть просыпается у меня от этого. Уже хорошо. У многих людей не просыпается. Да, еще что? Без разницы, глупости работают. Еще думаешь, что дает тебе опоздание? В каком случае опоздание может быть полезным, кроме Титаника? Да. Ну, наверное, что-то потом быстрее сделать. Если опоздаю. А может, тебе вообще это не надо? Тоже вариант. Может, мне и не надо. Да. Очень часто мы приходим туда, а потом делаем. И оказывается, лучше бы опоздала. Да. Да. И такое бывает. Да. Еще. Куча, вот вспомнит, каждый вспоминает. Фу, слава Богу, что опоздал. Да. Еще что в этом хорошего? Понимаете, дело в том, что если вы осуждаете себя за опоздание, вы постоянно будете опаздывать. Но как только ты примешь это опоздание, почему-то ты начнешь вовремя приезжать. А принять – это найти хорошего и чувствовать благодарность за вот это качество. Не качество, а за эти случаи, потому что это не твое качество. Да. Это просто поведение. То есть отделяй себя от поведения. Поведение управляет вот эти вещи. А ты – это вот это. Да. Вот и все. Ты просто берешь это, чтобы получить опыт. Но это не ты. Твои штаны – это не ты. Твоя одежда – это не ты. Это то, благодаря чему ты. Опоздание – это твоя одежда, чтобы получить опыт. А потом принять решение. Пока ты принял решение, не нравить это. То есть мало еще опыта тебе. А задача что? Что такое принять? Это полюбить опоздание. Найти в этом кайф. Если нравится, дальше опаздывай. Если не нравится, отдай. Приходи вовремя. Потому что тогда легко. То есть избавиться от чего-то можно только полюбив это. Это парадокс был, да, что для того, чтобы измениться, нужно принять себя, каким есть. То есть, другими словами, да, не изменишься, пока не перестанешь хотеть измениться. Да? Вот многие хотят похудеть. Да? И одежды в таких мешках ходят. Почему они ходят? Потому что они вот сядут на диету. А там же вещи ненужные, я выкину и так дальше. И вот ходит как халабуда такая. В каком случае худеть начинаешь? Купи самые красивые вещи на то тело, которое носишь. Во-первых, приятно будет в этом. Если заметишь, похудеет. Или заметишь, что а нахера мне худеть, если мне и так хорошо. Да. То есть одно из двух, но ты добьешься и в том случае хорошо, и в том. А если будешь бороться с этим, ты будешь в хламидии ходить вот этой. И плохо себя чувствовать будешь. Хоть похудеешь, а похудеешь, назад вернешься. Почему? Потому что не любишь. А что не любишь, то и опыт получаешь. Или что любишь, опыт получаешь. Что ненавидишь или что любишь, ты же любишь что? Это же вот выживание идет от худения. А жизнь идет к чему-то. Почему говорят «иди от»? Это когда ты уходишь, убегаешь от опаздывания. Полюби. Полюби, что те не делают. Ну, поняли идею, да? Mm-hmm. Да. А теперь напишите в домашнем задании. Там у вас был журнал счастья. Да? Написать 10 вещей, которые минус. Надо счастье? Да, конечно. Знаете, сколько счастья идет от того, что вы наконец то, что ненавидели, полюбите? Да, написать, прямо дописать отдельный раздел, напишите его, да, который не вещь. И для каждого минуса найти плюс. Каким это образом? Берете какой-то минус, у меня слишком то-то, 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 зато, и пишете первое, второе, третье, пока какое-то так не отзовется. Во, оно. И тогда записывайте в журнал, да, мне не нравится вот это. Но когда я это вот так, то я просто фигею от себя. Я бываю всяко, але я сам всяко собі гарно. Буваю розумно, буваю дурно, а хто бачив краще, хай йому повилазить. Да? Такий оптимістичний підход. Я всяко собі гарно. І відділяйте себе від своєго поведення, від своєго мислення. Мінус один плюс, да?
Ну, берешь один минус, то есть написываешь там с десяток минусов, да, потом с каждым отдельно прорабатываешь его, пока не найдешь то, тот плюс, который тебя прет. Конечно, сначала свои. Самый любимый кто у нас? Я. Да. Уже потом идут. Почему? Потому что если вы не научитесь это в себе, то вам трудно будет, ну как, он же не туда идет. Это не он не туда идет. Это у тебя вот этот сидит и жрать хочет. Поэтому он кого угодно заставит делать все, что угодно, лишь бы жрать. Будет говорить, что тут нет результатов, нету, чего-то еще там нету. Да жрать, давай, доись. Да? И будет долбать всех чем угодно, вместо того, чтобы просто найти в этом хорошее. А что такое найти хорошее? Это включить вот этот поток. А как только включился этот поток, тогда он будет постоянно, уже в следующий раз оно будет, это качество будет какое чувство вызывать? Светлое. Оно откуда будет идти? Сверху и на здоровье. Чем больше через тебя проходит светлого чувства, тем больше в тебе светлого чувства остается. Вот это и есть предназначение человека. Заодно и это просветлил. Почему? Потому что оно, бедняга, оперлась к Творцу, как и ты, но у него нет свободы выбора. Максимум, до чего доперлась, до тебя. Да? И что нужно сделать? Слезать с него вот плюс этот. Но это же работать надо, это же думать надо. Проще же отшаблонировать на жизненной энергии, еще потемнеть, понизить витальность. Да? А что надо сделать? Найти, что в этом хорошего. И одновременно с увеличением информативности и осознанности у нас уменьшится что? Количество энергии, которое необходимо для подтверждения жизни. Потому что мы не будем уже кормить его своей энергией, оно будет кормиться от чего? От потока. И хай себе гребет по потоку дальше. Поэтому каждый раз, когда мы просветляем какое-то чувство, мы какую-то сущность, которая тоже хочет Творцу, потому что все рано или поздно туда придут, да, отправляем туда. Это тоже наша миссия. Не только себя любить, но и все, что шевелится. А что же не шевелится, а расшевелить, да, и отправить туда. Потому что каждый раз, когда мы туда отправляем, мы что? Подключаемся к Творцу. И наше предназначение какое? Оно же не просто так туда загребло, вот это представление. Это же тот опыт, за которым мы пришли. Что с ним надо сделать? Светлость. Я вам просто показываю, либо как усилить уже светлую светлость, вспомнить, в чем ты хороший, и снова обратить на него внимание, тогда она больше станет. Либо как что? Темность сделать светлостью. У нас такая способность, у нас есть уникальная способность делать чудо из дерьма конфетку. Притом одним движением потока. Отлично. Давай. Я слишком обидчивая, да? Или на что обидчива? Отлично, отлично. Уже и ответила, что в этом хорошего. Да? Что хорошего в том, что ты обижаешься? Да, ты хочешь внимания. Это способ, зато внимание притягивает. Еще что хорошего? Нет. Я вам что хочу сказать. Вот обида на самом деле, и злость, и обида, там, и даже ревность, и зависть, это хорошее чувство, это защитное чувство. То есть, когда они возникают в момент взаимодействия, кто-то делает то, что тебе не нравится, и ты обижаешься, это великое недеяние. Возникает энергия, которая останавливает этого человека. И в этот момент это защита. А любые эмоции для защиты – это всегда правильно. Поэтому человек хотел бы дальше продолжать, да? Но останавливается, потому что он чувствует обиду. Ты ему показала свои границы. Какая разница, каким способом ты границу показываешь? То ли обидой, то ли чем? Просто не осуждай обиду. Это то, что работает вместо тебя. Но если он ушел, а ты с обидой носишь, то это уже нападение. То, что его рядом нет, он в тебя в образах есть. Ну, ты же везде и нападаешь на него. А это уже ответишь. Ответишь как? Что обида вырастет, и будешь ее кормить и так дальше. Поэтому любая злость. Понимаете, хамло домой пришло, в квартиру лезет. И что ему с радостью? Да? Дети там, деньги там, жена там. Заходи, потому что я гостеприимный. Это зло. Нам говорили, что быть вежливым – это хорошо, это добро. Ни хрена, не всегда. В этом случае это зло, потому что несколько человек зло. И это чмо тоже зло получит, потому что оно поймет, что силой можно делать что? Что нужно сделать? Чуть-чуть разозлиться. Ровно столько, потому что злость – это что? Это выброс эндорфинов, это мобилизация ресурса, это дух включается. Да? Душу в сторону, душевность завтра проявим. Да? А сейчас духовность. И так, чтобы не промахнулся. В двери, да? Где-то туда, в сторону лифта. Все, вылетел, дальше снова душевность. Улыбнулась, да? Заходите. Да? Кто с мечом к нам придет, да? Тем же мечом и
получит, да? Как сюда? Знаете, как я, ну, я чувствовал, да, потом я уже потом в литературу учил. Наши чудеса творили. Как с этими, как их, римлянами, там, всякими македонскими, здесь это самое, не только же мечом боролись. Мечом боролись почему? Потому что надо силушку молодецкую отгулять. Группа казаков, что входила в боевой гопак, да, а там быстрее тени, сих, сигануть, сих, это 1/300 миллионная секунды. Это скорость, которой казак должен, тогда он казак, дотронуться до стенки. Быстрее тени называется, двигаться. Тут он здесь, бах, он там. Вот так умели двигаться. Вы можете представить, да те тыкают эти шпагами, да, и попасть не могут. А эти ребята пошли косить. Только же не рубали, они же не дураки были. А плашмя, калечили только, немножко. Да. Для чего? Чтобы те сами домой дошли. И всем рассказали. Да? Зачем же убивать-то? Да? С душой делали. И с толком. Да. Бесплатная реклама. Не суйтесь на руль. Почему? Потому что проучат здесь хорошо. Все и рассказывали друг другу, как мы римлян сделали. Да? Там 90 человек сделали несколько тысяч. Текали отсюда аж бегом. Расформировали эти легионы, давали по участку. Не дай бог кому-то расскажете, что там на Руси получили. Да? Сразу забирается и так дальше. Серьезно. Или пчел натравят. Да. Те идут с этими, да, с мечами, да, тут пчелы летят, да, и давай жалить, да. Что, умели же управлять, да. Машут, да, и текают отсюда. Это русские нормальные, с ними же воевать невозможно. Да. Да. Мало того, прогонят. У нас же как, запускай, заходи, заходи. Да? Только по какой дороге зашел, по такой и назад пойдешь. Да? Тоже что, один раз Наполеона протащили сюда, зайди нормально, да. Зайди на нашу территорию, а то, что текало сюда, потому что с кем воевать. Тыкает, в Москве никого нет, одни проститутки. Ну, пришли, получили, а где же тут Кутузов, Бог его знает, то оттуда вылезет, от Давидов, то это Настя с мужиками, да, то еще эти шпагами, ну куда шпагами, да, мелом посыпьте, да, ткну, да, чтобы попасть. Крейдою посыпьте его всего, да. Цель покажите. Да. И со всех, так и потихонечку раздели. Гитлера, чего ж пустили сюда? Да. Задумали, в Москву не пустить, почему? Потому что все-таки столица символ. Да, туда, в степи, до Кавказа. Хай они там по русской степи разойдутся. Потом попробуют обеспечить по бездорожью свои войска. Умники. Да? Понятно, что по немецким дорогам там, Францию завоевывать за неделю. А ну-ка здесь попробуйте. Да. Попробовали. Ого. А тут что они там стрельнут, там взорвут, там еще что-то. Да? И пока тут тот танк доберутся мимо партизан. Да? Да. Вот так на Руси воевали. И так дальше. Потому что здесь мудрые были люди. Зачем лишнее? Лучше поприкалываться. Да? Да. Это уже потом, когда европейские ценности начали сюда впихивать, а не мытыми нас называть. Мы же их мыться научили. Все переврали. Да? Что они культурные. А у нас история. Типа нам язык дали. Наш язык еще в трипольской культуре был. За 5000 лет до нашей эры. Ихнего языка еще и близко не было. Да? Теперь нам рассказывают, что они культурные. Почему? Потому что не научились средствами массовой информации распоряжать. То есть врать попроще. Да, быстрее, чем наши. Да. И наших еще приучили к телевизору. Ну, сейчас к интернету врут. Так дальше. Что задача поставить? Антивранье, чтобы сразу отличалось. Чем? Образами. И вот модель должна быть. Да. Но это надо. Почему? Надо научиться отличать правду. Для этого совесть включать надо. И то, что на Майдане сейчас очень хорошо. Да. То есть люди, во-первых, поймут, что объединяться – это хорошо. Да, и поймут, что нихера не получат в очередной раз. Да. Только хуже, только разочаруются. Да. Если еще и кипиш заворует, то еще и на теле почувствует, как оно, европейская ценность и так дальше. Ну как-то же просыпаться народ должен. Поэтому, что бы ни делалось, все идет к просыпанию. Да? Иди проси, пока не включишь мозги, ни хрена не получишь. Не мозги, а душу. Пока душа не, ум не начнет слушать. Поэтому, что для этого надо начать? Видеть хорошее в том, что якобы ум назначил плохим. Потому что все плохо, ему все плохо. То не так, то не так, то не так. Как же не так, если творец? Как же дети могут не так, если они творец? Вот вдумайся, да? Кто это такое может сказать? Лукавый. Где он? Вот он. Имя ему Легион. Там кто-то считал, не знаю. 666, говорят, насчитал. Может, ошибся. Я не считал, не знаю. Вот он и сидит и сбивает с толку. Вместо того, чтобы душу слушать, он хрен знает кого слушает. И еще и других с толку сбивает. Плохо это. Почему? Задача у него такая. Соблазняй. Да? Глядишь, проснется. Как? Через соблазны. Наших родителей через трудности, нас через соблазны. Чем детей будут, не знаю. Может быть, через информационный мусор. Чтобы они научились находить с этого мусора то, что нужно. Но каждое поколение имеет свое, ну, свое испытание, скажем так, духа. Мы свое проходим.
А у нас ответственный. Почему? Потому что нам приходится находить те правила, которых никто не знает. Детям уже легче будет, уже опыт будет. Потому что наш опыт родителей, он никуда. Там, ну, не летают уже те самолеты, которые летали там. Вчера услышал, да, почему дети сейчас в интернет играют. Потому что родители не успели в детстве испугать его интернетом. Его же не было. Водкой успели, не пей. Там, не гуляй, ничего там. Вот что было приятное, тем напугали. Интернетом нет. Вот и сидим в интернете с утра до вечера. Потому что наши родители не напуганы интернетом. Так, хорошо. Это с ретроимиком понятно? В журнале успеха понятно, что надо сделать? Да. Делайте, да. И, соответственно, ежемесячно находите там с десяток своих плохов и превращайте в хорохи. И заметьте, здесь не надо никаких способностей, просто задал вопрос, может быть, трудно будет находить. Ну, это первые разы. Первые шаги всегда трудны. Где-то будет тяжеловато. Как? Ну, собирайтесь вместе, давай я тебе отвечу на твои, а ты на мои. Знаете, как чужой. Чужая голова не болит. Да. И поэтому легко. Поэтому ты... А? Конечно. Вот почему? Вот так природа задумана. Что в чужом глазу видеть даже бревно, а в своем, вернее, да, в своем и бревно не замечать и так дальше. Да. И все, исходите из того, что вы душа. И человек, который рядом с вами, тоже душа, то есть творец. И он имеет такое же, как и ты. Даже если когда он ребенок, он как и ты, он не твоя собственность. Он выполняет миссию. Притом зачастую в духовном плане эта душа намного выше уровня. Потому что каждый раз посылается самая крутая. Почему? Потому что надо мусор переваривать уже не только маме с папой, а маме с дедушкой, с бабушкой, и каждый раз добавляется кто-то. Значит, следующие дети уже там супер индиго придут, супер, да, это очень высокий иерархия, очень высоко продвинутые души. Там очень много можно получить. Но для этого надо включить вот ту часть, которая не от ума вставленная, а от души. С ребенком можно даже еще не родившимся поговорить. Ну, это в техниках урока там и так дальше. Уловили. Ну и после, то есть понятно, как работать с вот этими вещами? И третья техника, которую я называю словом «поддержка», да? Это еще более мощная техника. Хотя, по сути, поддержка. Мы хотим, чтобы меня поддержали. А что такое поддержка? Да? Это же как раз здесь и здесь. Да? Но она является сочетанием... Где стиралка? Первых двух техник. Только здесь важно, что такое поддержка. Здесь уже понимание не что делать, а как. Да? А для этого нужно видеть, в каком состоянии находится человек. И человек может находиться в одном из трех состояний. Да? Ну, я много состояний, да? Но три как бы базовые состояния, которые надо научиться отслеживать. Первое, у него может быть физическая боль. И ты хочешь поддержать. Может быть такое? То есть, если физическая боль, то первое, что нужно сделать... Да? Первое даже, не надо вспоминать ни поддержки, ни рефрейм, ни комплименты, ничего. Снять боль. Да? Снять боль. То есть помочь облегчить боль. В этот момент рассказывать ему, что он неправильно сделал. Он просто вас не слышит. Комплименты делать тоже бесполезно, не слышит. Потому что когда бычок в глазу, да, или там в носу, то мне не до комплимента, мне бы тот бычок вытянуть. Вы поняли, да? То есть, когда больно, то не ругать надо. Вот такое правило, да, что если вы возьмете детей маленьких и ставите в комнате, где много горячих и острых предметов, и зайдете через 10 минут, то вы там Армагеддон увидите. Там будет очень много боли и злости. Не потому, что дети злые, а потому, что они маленькие. И не умеют этим пользоваться. И в этот момент, когда родитель заходит, да, и если он внутри еще ребенок, то он накажет детей. Не надо трогать утюг, не надо трогать это, не надо трогать это и так дальше. Наказывать надо, то есть болевым шоком воздействовать на ребенка не после того, как он утюга дотронулся, а до того, когда он лезет к утюгу и слова не помогают, то во избежание необратимых потерь допускается физическое воздействие до того, как он дотронулся до утюга. И в этом есть смысл. Это не наказание, это упреждение, ущерба. Почему? Потому что если он туда полезет, его может убить. Или там отрезать, или еще что-то. И поэтому допускается, не достаешь рукой, палкой стукни по рукам, которые уже туда дотрагиваются. Вот в этом есть смысл. Но это не наказание. Это что? Это остановка. Это благое дело, физическая боль. Но если он уже дотронулся, ему больно, то наказывать, это смешно того котенка тыкать.
Это глупо. Потому что ему и так хреново, тут еще и побило его. Почему? Потому что внутренний ребенок. Взрослый так не сделает. Что он сделает в первую очередь? Снимет боль. В чем нуждается сейчас в этот момент ребенок? Вспомните, вам было очень больно, вы сделали какую-то глупость. В чем вы нуждались? В первую очередь. Да. Первое, чтобы вам лекцию прочитали, как надо делать, технику безопасности, да? Что вы хотите? Чтобы боль помогли снять, потому что вы не знаете, как ее снять, да? Если кто-то со стороны пришел, он соображает, потому что я ничего не соображаю. Я в эмоциональном состоянии, которое измененное, я вижу все в совсем другом цвете, я ненавижу сейчас весь мир, все, кто мне подходит, и кто меня сейчас боль снесет, для меня это спасение. Пришел и спас. Поняли идею, да? Да, уже если физической боли нету, да, там еще эмоциональная может быть. Может быть, после физической эмоциональная ушла. Человек успокоился, да? Тогда же можно третьим заниматься. Есть эмоциональная боль. Эмоциональная боль, запомните, да, эмоциональная боль намного сильнее, чем физическая. Мало того, она намного долго времени, да. Нас не учили этому, поэтому мы предпочитаем не по морде дать, да, а вежливо штрикнуть человека, подколоть человека, всадить человеку шпильку. То есть какие-то. Вот это намного больнее. Но нам сказали, это ерунда. Я же ничего не сделал. Я просто сарказмом и так далее. А там дыра такая. Потом удивляется, почему жизнь ее шпиняет или его шпиняет. Потому что ты туда всадил, потом жизнь плохая. Она показывает тебе, что ты сделал. Возьмите пальцем, уткнитесь. Вот давайте, уткнитесь. Возьмите так пальцем. А теперь нажмите. Сильнее. Еще сильнее. Еще сильнее. Что чувствуете? То кто вам эту боль сделает? Кто ее только что сделал? Сам же и сделал. Теперь поняли, почему у нас боль? Поэтому если мы в жизни кому-то делаем эту боль, то жизнь отреагирует. Только есть дельта Т. Сейчас она очень короткая. Да? Но если кому-то сделал больно, то будет больно тебе. Но как мы делали, мы не видели. Мы же хорошо. Мы же хорошие. Мы же правильно все делаем. Да. А когда нам сдачи дают, о, пчелы агрессивные. Они нападают на меня. Видите? Я же говорил, что она агрессивная. Не трогайте меня. И пошел. Да? Если не нападают на тебя, значит, ты где-то там расковырял. Не, я же ничего не делал. Я же никуда не вмешивался. А чего же они тебя кусают? Ну, наверное, плохие. Это только ум может такое сказать. Почему? Потому что он видит только видимое. А невидимое ему некогда задумываться. Потому что он не ум, не разум, не этим чувствует. Уловили идею, да? Пчелы не агрессивны. Не трогайте. Пчелы не трогать не будут. Как любая. Жизнь не будет трогать, если вы ее что? Это даже еноты знают. Помните, мама что сказала еноту? Почему? Потому что мама енота учит. Что если хочешь, чтобы оттуда зверь не страшный был, а улыбался, то что туда надо дать, чтобы улыбка оттуда пришла? Сколько института надо закончить? У нас заканчивает институт и пошел и палкой бьет, потому что они не за евроинтеграцию. Он так договаривается со своим отражением, вдруг договорится, еще и пытается договориться. Вот оно как происходит. Уловили, да? Поэтому если человек в эмоциональном состоянии, да, не надо ему сейчас учить. Все, что ему надо, это просто, простое слово, выслушать. Если это женщина, то понятно, у меня стресс сменяет. А если мужчина в эмоциональном состоянии, то его внутренняя женщина орет. Он тоже ни хрена не соображает. Потому что мужчины мозги тоже бывают. Когда он не в настроении, это внутренняя женщина. Все, он может говорить все, что угодно. Это значит только одно, мне хреново, помоги. Любая агрессия – это просьба о помощи. И здесь учить не надо. То же самое, надо снять боль, только здесь снять боль, здесь физически просто. Если там заноза – вытянуть. Да? Если там рана болит, там чем-то обезболить. Если там синяк – приложить холодное. Ну, вы поняли, да? А если оно кричит, да, потому что ему плохо. Мало того, эти слова могут быть, ты такой пересекой, ваш товар плохой, вы вечно выставите на своем позиции. Всегда у вас так, это вечно. Вот это вот обобщение пошли, да. Ничего никогда вы не сделаете. Оно же раздражает, да. Значит, переводчик, мне плохо, помоги, мне плохо, помоги. Как бы эти слова ни звучали, вы слышите только одно. А для этого надо включить уши, только вот эти. И слышите, мне плохо. Да? И что туда? Греете его. Включите вот этот поток и просто поливайте. Вы чувствуете, что ему хреново. Да. То есть выслушать молча. И заметите, как только человек выгрузится, зверенок покормится, он успокоится, да, человек выйдет из измененного состояния, он сам будет понимать, что он что-то не то. Вы заметили, когда клиент, вы его не дразните, да, возражаете ему, а просто выслушаете, да, выслушали, да, вот он выдохнулся, конечно, хочется сорваться.
Но для этого надо или держать себя в включении, либо вытащить ту часть, которая тебя срывает, и тоже с ней проработать. Тогда будешь включен. Будешь спокойненько выслушаешь. У него просто плохо ему. Выслушал его, он будет рассказывать. Клиент всегда прав, вечно. Главное, вечно и всегда. Выслушали, он помолчал. Да. Попробуй почувствовать, что бы он хотел, нуждался в этот момент. В сочувствии, правильно? Я вам очень сочувствую. Мы сейчас сделаем все необходимое для того, ну, соглашай. Короче, выслушать и согласиться. Какой бы он бред. И согласиться. Не возражать. И согласиться. Я не злюсь. Все, извините. Вы не злитесь. Да? Извините, не злитесь. Да? Извините, не злитесь. Да? Просто выслушайте. Когда человек выгрузился, мусор ушел, он уже сам себя неловко чувствует. Особенно, если вы еще переживать начали. Сейчас мы все сделаем. Да, Боже, что со мной будет? Не-не, тихо. Все. Он уже успокоился. Он уже что-то хочет. Бывает такое, что кто-то приходит и жалуется вам. Если ему действительно больно, выслушайте его. Но если это затягивается уже на 31-ю минуту, то тут уже надо меры принимать. И здесь задача перевести его в другое состояние. Самое продуктивное и эффективное состояние – это интерес. Вот здесь может работать комплимент. Комплимент – это что? За то, что ему интересно. Ему интересно о себе услышать что-то хорошее. Да. Здесь может работать рефрейминг. Парень все потерял. Все, что у него было, он потерял. Сидит в депресняке уже полгода. Кто к друзей не придет, он сразу ему что? Никто его слушать не хочет, все пытаются ему что-то рассказать. Нет, я все потерял, эти козлы, эти банки, эти правители. Ну, короче, все у него не так. Как вы думаете, с друзьями, что у него начало происходить? Тут же он не начал. Почему? А кому приятно, когда мусор летит? Да. А он же брещет направо и налево, да? Он же все потерял и так дальше. Скажите, что, у него что, от этого денег больше стали? Ну какой смысл дрестать, кроме кормить вот эту? Да. Ну, вот сидит, кормит полгода, уже чуть ли не помирает. Да? Естественно, он что такое депресняк? Это остановить его активность, потому что он уже в этом состоянии такое натворит. Он усталый, да? Максимум, что хватается, это пожаловаться. Потому что силы воли уже нету там. Есть только вот так вот скулить и все. А глядишь, пожалеют, покормят. И тут дружбан какой-то, да, вместе учились, приезжал по городу, заехал домой. Тут, естественно, новая корова пришла, в горе своем, тут послушал его, угу. Смотрит, боли нету, тут выслушал немножко, и как только тот начал, говорит, хорошо. То есть время дал ему, чтобы тот спустил пар, покормил все-таки, голодненький. Потом говорит, хорошо, давай допустим, что ты все потерял, обозначим это X. Вот то, что ты потерял. Все потерял? Все. Тут уже интерес проявил, да? Хорошо, давай посмотрим, что осталось. Ничего не осталось? Ну как ничего? Вообще ничего не осталось? Вообще никакого результата не осталось? Вообще никакого? Говорит, подожди, здоровье у тебя осталось? Ну ты здоров сейчас физически? Здоровье. А это результат? Ну да. Знаешь, сколько людей здоровье потеряло, когда потеряли то, что ты потерял? Ты действительно потерял? Не все такое выдерживают, да? Первое, здоровье осталось. Важно для тебя здоровье? Ну конечно. Пишем здоровье. Дальше. Рассудок потерял? С ума сошел? Ты же вообще три банка потерял. Там то, банки, паровоходы и так дальше, и так дальше. Да нет, не потерял. Рассудок. Так, рассудок сохранил. Дом чей? Твой? Ну да. Потерял? Не, ну дом, ты что понимаешь? Потерял или не потерял? Нет, дом. Дальше. Ну то, кто там шастает? Жена. Не потерял, не ушла? Нет. Важно? Жена. Угу. Знаешь, сколько жена ушла и дом потеряли в бизнесе, когда все потеряли, вдогонку. Кто там еще? Фотография чья? Дети. Не отказались от тебя? Не бросили тебя? Остались? Дети остались. Дети. Друзья. Друзья остались? Нет, друзей нет. Я говорю, друзья, а не те, кто ушли, да? А, ну да, ты же остался. Вот, наконец-то разобрался, кто у тебя друзья, да? Друзья у тебя остались. Еще кто? Что у тебя есть? Да? Опыт у тебя остался? Не потерял? Не потерял. Опыт. Опыт. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опыт. Это то, что осталось. Вот ты все потерял, кроме этого, правильно? Да, я сейчас подсуечусь, да, я сейчас тебе решаю один вопрос. Я тебе верну сейчас весь X. Все, что ты потерял, ну, я решу через свои связи и так дальше. Но с одним условием, ты мне отдаешь все то, что осталось. Согласен? Как вы думаете, какая эмоция в него возникла? Поднимите руки, кто согласился бы вот это отдать, чтобы вернуть все то, что он потерял. То важные вещи ты потерял. Может быть, для того и потерял, чтобы понять, наконец, что для тебя важно. Правильно? Он так сидит и лупает глазами. Теперь я тебе еще одну вещь покажу. Вот теперь смотрите, классический рефрейминг. Ты помнишь, как мы с тобой студентами были? Давай посмотрим, что у тебя было. Первое, здоровье у тебя было? Куча.
Второе. Рассудок был? Конечно, был. Второе было у тебя. Дом у тебя был? Не было. Жена у тебя была? Не было. Друзья у тебя были? Друзья были. Я был тогда, и есть третья вещь была. Дети. Дети их не было. Опыта. Опыта у тебя тоже не было. У тебя были только здоровье, рассудок и друзья. Две-три вещи. И то ты заработал сколько? Икс. Сейчас у тебя сколько вещей? Шесть. Ты сколько иксов ты можешь сделать? У тебя получится, я в тебя верю. И поехал. Тут офигевший. Как вы думаете, он сидел в депресснике? Все, вы поняли, что такое поддержка? Это здесь это сочетание, что и комплимента, и что хорошего в плохом. Что хорошего в том, что ты потерял икс. Тебе осталось более важные вещи. Если не поймешь этого, в конце концов, начнешь терять и это. Через какое-то время дом заберут за кредиты. Да? Через какое-то время здоровье пойдет на эту самую. Да? Или здоровье, потом дом заберут. Да? Еще через какое-то с ума сойдешь. Ходишь, и жена бросит нафиг. Нафиг ты ему нужна, когда ты должен защищать, и ты скулишь, а то ноешь, и так дальше, и так дальше. Встряханул это. Все, быстренько вылазит туда. У тебя получится. Уловили? Ну и последний пунктик, который превращает вот эти три вещи в систему. То есть вы поняли, комплимент, рефрейминг и поддержка – это и есть техники влияния роста. Как вы думаете, с помощью этих техник можно конфликты решать? Можно по-другому посмотреть на то, что тебе не нравится, что ты терпишь? И гордиться этим, а потом вслух сказать, и еще и влюбиться по новой. Можно? А там, крутя здесь, родишь и поймешь, в чем он хороший, и он поймет, и в чем ты хороший, и начнешь это делать, и уважение. Можешь такое? То есть с помощью техник влияния роста, а на работе можно такие вещи сотрудникам сказать? Им приятно будет, если ты руководитель? А руководителю приятно будет от сотрудников? Многие руководители слышат комплименты. А вот зарплата, если тебе не нравится, да? Тоже можно найти, что хорошего в том, что тебе мало руководитель платит зарплату. И в каком случае это действительно может быть хорошо. Подумайте, кстати, над этим вопросом. Поддержка. Как вы думаете, руководителю когда-нибудь нужна поддержка будет? Бывает такое? И как вы думаете, кого он будет помнить в тот момент, когда он все в торбе, все скулят, а ты подойдешь и поддержишь этого человека? Я все равно с вами останусь. Да? Наконец-то он поймет, кто у него на работе, тот, на кого можно рассчитывать и так дальше. Все, вот для чего нам нужны трудности. А руководителю тогда, если он пойдет выше, как вы думаете, кого он на твое место или с собой заберет? Это тоже запоминается, это тоже касание дает в трудные минуты, а также в минуты славы. Подойти и сказать, что я очень за вас горжусь, что вам повысили и так дальше. Запомните, да? Как вы думаете, из всех речей, что он будет запоминать? Тот, кто искренне от души радуется. Да? Так вот, последняя вещь называется тренировка. Тренировка. Теперь вы поняли, почему очень важно вот эти комплименты, что это не мелочь. Мелочь это с точки зрения ума. С точки зрения души это очень важные вещи. Особенно в детстве, особенно для детей. Теперь смотрите, как это работает на энергетике. Вот представьте себе, вы утром встали, у вас хреновое настроение, вы хотели его повысить. Забыли вообще такое хреновое, что забыли. Что нужно сделать, чтобы было хорошее? Что надо дать, чтобы у вас было хорошее настроение? Вышли на улицу, кому-то комплимент всадили. Вам тут же стало как? Хорошо. Ему хорошо, и тебе хорошо. Второй бежал, вы ему рефрейминг. Бух-бух-бух-бух. Третьего нашли, поддержку сделали. Там сразу три балла пошли. Самое интересное, что при этом вы будете получать тоже. Это я вам показал вот это и вот это. А теперь смотрите, что такое тренировка. Это когда вы вот этого натренировали, рассказали и помогли это освоить. И он сделал кому-то. Может этот человек научиться комплимент делать и поддержку? Ну, ребенок, муж, сын, без разницы. Да? Да вы ему скажете, ему трем человекам скажет хорошо. Почему? У него настроение поднялось. Он хочется поделиться. Да? И он кому-то что-то хорошо. Помните, просто так мультик был. Блин, собаки знают. Медвежата знают, да? Он всадил двоим по плюсу, получил два плюса, и у вас почему-то настроение поднялось случайно. Этот кому-то в плохом увидел хорошее, ничего, зато если ты будешь вот так использовать, и у тебя вдруг ни с того ни с сего плюсики впендюрились. Этот нашел кому-то, кто думал, что уже все, жизнь кончилась, поддержал, получил своих три плюса от одного, еще один плюс от второго, и у тебя почему-то четыре плюса. Прет аж бегом.
А если эти повторят вас, как вы думаете, что будет? Плюс, плюс. И не просто так, ни за что. Почему? Потому что в энергетическом мире все совсем связано. А бывает так, что просто так ни с того ни с сего вдруг настроение испортилось? Вы думаете, это случайно? Это значит, кому-то всадили. Он пошел троим зарядил. И у вас голова болит. Не можешь понять, таблетку пью. А если этот еще такой харизматический окажется, руководитель какой-то компании, подсадил всем персоналу. Да? Это ты своей подруге, она своему мужу, он всему персоналу, а тебя, блин, скорая увезла. Почему? За дело. Уловили идею? Вот это и есть закон нарастающей прибыли. И поэтому то, что мы вчера посадили кому-то, оно на этом не остановилось, потому что все совсем связано. Это все творец. Вот таким вот образом целое избавляется от, как это, ну как, оно не избавляется, оно само избавляется. Да? То есть поэтому система, построенная на зле, сама себя, у нее витальность снижается. Уже теперь последний вопрос. Вот как вы считаете, если бы в школах, хотя бы факультативно, хотя бы раз в квартал, кроме обычной программы обучения, еще и давали с практикой вот эту тему влияния роста? Вот что-то бы в стране поменялось? Что? Вот что бы в стране поменялось, как вы думаете? Больше стало положительных людей. И? К ним бы пришли в голову какие идеи? Стройничные. Гениальные. Чего бы им захотелось сделать? Что-то. А если кто-то их поддержал и это сказал, что бы им еще захотел? Вы понимаете, как эти волны пошли бы? Вот это и есть предназначение человека. Кто в домашнее задание напишите, посмотреть фильм «Заплати наперед». «Заплати наперед»? Да. Или «Заплати другому». Это два названия, разные названия одного и того же фильма. «Заплати наперед». Закон нарастающей прибыли. Это вот он. А, это вопрос. Да. Вот за счет закона нарастающей прибыли все, что ты посеял, умножится старицей. Потому что все. Да. Ну понятно, вот скольким всадишь, все еще зависит не только, кому всадил, да? Но и кому он всадит еще. Поэтому если вы что-то рассказываете, что это плохо, и вы заденете какую-то, а скорее всего заденете, потому что просто так вам не притянется человек. А именно тот, который вам единомышленник, он, конечно, этот мусор посыпется, он Майдан. Вчера испортил настроение, сегодня уже на Майдане народ. Так что я здесь при чем? Нет, ты ни при чем. Ты маленький-маленький тьмо, да, который ни на что не играет роли, да, только Майданы собираются. У меня когда такая беседа была, у меня парень знакомый, испытатель вертолетов. Он приезжает ко мне в гости, и что-то начинает рассказывать за какого-то офицера. Я его начинаю представлять, какой он плохой. Я начинаю вместе с тобой переживать. Да? То есть, и теперь уже два человека переживают о нем. Образ есть конкретный, эмоция есть. И как вы думаете, ему сейчас легче измениться или тяжелее? Тяжелее, правильно? Так мы ему мешаем измениться. Ты же не мне одному рассказал. Сколько им человек, ты пока сюда доехал, рассказал? Он так чешет глаза. Он говорит, так что, это так влияет? Я говорю, давай мы по-другому посмотрим. Представь себе, что ты вот сказал негативную мысль, с соседнего балкона он выпал человек. Ну, ему уже было херово, он уже почти суицид, но еще держался, но тут ты мыслью мелькнул, она цепинула его, и та последняя капля, ну, знаете, 99 градусов, вода не кипит. Ну, добавьте 1 градус, пш, полетел. Ты так раз смотрел, упал, ну, я здесь вроде ни при чем. Раз что-то негативное, смотришь, еще один выпал. Да? Потом третий, еще один выпал. Скажи, если бы ты это видел, ты бы это говорил? Да ты чё, блин, я спать тогда не смог. Я говорю, у нас на Украине за год 13 тысяч самоубийств. Ну, где-то я статистику читал, может ошибаюсь. 1000 в месяц. Ты уверен, что из-за того офицера это не твоя работа? Он говорит, ну этого же не видно. Я говорю, так это что, если не видно, то этого нету, что ли? Это есть. Ты же не забудь, что ты один сказал. Я там троим рассказал, четверым рассказал. И так, бедняга, во-первых, офицер, во-вторых, это самое. Так. Фильтруй базар. То, что ты не видишь, это еще не значит, что этого нет. А во-вторых, смотри внимательно. Это есть. Долго искать найдешь. Поэтому лучше другое что-то искать. Правильно? Люди, знаете, сколько людей поженится на Майдане? Да, многие поженились, как в прошлом Майдане. Все, ой, боже мой, там такой. Вспомни, какой кайф был.
сколько времени, ну, во-первых, понимаешь, что это самое, сколько там хорошего. Многие переженились там, покумовились там, познакомились, разных городов, подружились. И донецкие, и эти самые. То есть вообще люди начали что? Да, соединять. Потому что кто-то молился, дай мужа, творец, ну куда его? Ну сделайте им мандант, тех пожените там, тех, как вас собрать до кучи? Да. Знаете, вам что-то, да. Поэтому там очень много хороших вещей происходит. Кто-то трезвеет, Беркут тоже какой-то опыт получает, да? Да, кто-то умнеет, поручил пару раз дубиной. Кто-то, наоборот, дал дубиной, потом в больницу увезли, потому что инфаркт или инсульт. То есть каждый в чем-то умнеет. Да? Ну что, ребята, домашнее задание вам понятно? Да, а, задание в поддержке, еще домашнее задание. Найти двух человек, которые нуждаются в поддержке. Второе – поддержать. Но оптимальный вариант – это чем-то удивить. Вот что такое благотворительность. Так дайте деньги, чтобы человек удивился. В каком случае, как вы думаете, человек удивится? Когда не ожидает. А в каком случае человек не ожидает, что вы его поддержите? Во-первых, он вас не знает. Во-вторых, вы его не должны, правильно? Да. Ему будет очень странно, что посторонний человек ему помог. И там есть две критические точки. Первая точка. Человек уже последнюю надежду потерял. Там у него проблема, что он уже решится. Именно в этот момент вы поймали его в этой точке, пошли и поддержали. Просто так. И ушли. И как вы думаете, насколько он запомнит это? На всю жизнь. На всю жизнь. Значит, всю жизнь будет этот плюсик гулять по миру. И будет человек говорить, есть у меня такой один человек. У нас в каждого из жизни люди, встреча с которыми мы помним всю свою жизнь. Это, скорее всего, может быть какой-то вообще незнакомый человек. Мне приятно было очень многих услышать даже. Да? Это не обязательно поддержка денежная, да? Хотя денежная тоже работает, но информационная. Вы что-то сказали такое, он воспомнит всю жизнь. Мне тоже очень многие, мне приятно это, когда говорят, что моя жизнь разделилась на до школы и после школы. И это очень многие люди говорили. Потому что у меня точно такой же ум и тоже говорил, что, ну, но когда много людей начали говорить, что их жизнь поменялась, я в конце концов начал в это верить. И это мне дает уверенность, что я не зря делаю это. Ну, поняли идею, да? Да. И вторая точка. Это у человека есть мечта, он уже понял, что она никогда не сбудется. И все, он уже только-только теряет, и тут вы, его мечта сбывается. Потому что иногда наша мечта, особенно в масштабах ребенок взрослый, да? Мечта может быть маленькая, да? Или проблема, и вы перевернули мир, он уже разочаровался, и тут вы. Либо в него мечта, он уже понял, что Бога нету, и тут бах, вы. Мне когда-то рассказали такую историю. Солдат шел по Берлину, да, и увидел в этих развалинах ребенка. И знаете, смешанные чувства, страх и голод. С одной стороны, его напугали, что придут там азиаты, будут всех там это самое, да. И он, тем более, тут же взрывался, это же понятно, что русский. А с другой стороны, ребенку-то кушать, немецкий этот ребенок, да, кушать-то хочется. И вот то страх, а тут голод, и вот два страха его... Да, смешанные чувства. Да? А этот же увидел, а что такое, тут же пережили все это. Он интернациональный язык, да? Голод называется. Да? Он, конечно, подошел туда и дал малому что-то покушать. И малой хватанулся, потому что же голодный, и начал что-то есть, там забился в уголочек и так далее. И слышит, его кто-то стукает. Он поворачивается, этот солдат ему сахар еще дает. Он сахара того не видел, ну, понятно, взял. Ну, и солдат там прошел, буквально там квартал прошел, и сохранился дом. Ну, не разрушенный, потому что Берлин там отбомбили так, что это самое. И такая антикварная лавка. А что такое для нашего там, который жил в Советском Союзе, западный там магазин, в котором там, естественно, у него глаза тык, челюсть сюда. Он в эту лавку, там какие-то там, не знаю, скрипки, шмипки там висели там. И он рассматривает, балдеет такой. Слышит, кто-то его сзади. Да. Да. Вы знаете, он без перевода услышал, что ребенок спросил. Дядя, вы Бог? Что он почувствовал? Знаете, касание. Да? Этот ребенок запомнил это на всю жизнь. Да? Что ему сейчас не говорят за русских? Он что помнит? Кусочек сахара. А солдат что помнит? Что он Бог? Он даже расплакался там, говорят. Да? Такая интересная история. Ну, собственно говоря, на сегодня тема закончена. Я думаю, что даже если вот эти вещи делать регулярно, да, да, вот это пункт номер два. Помните, попросить, и что, если дал, сделать. А если не дал, значит, меня просто бесит, когда я тебя прошу. Не это самое. Да. Ну и дальше добавьте, в каком случае вам это нравится. Да. Вот. Ну, я знаю, что из тебя
Если ты хочешь, принял решение, никто... А? Да, но когда ты сам хочешь... Да. В общем, найдите способ. То есть творите. Вот это то творчество, в котором можно творить. И тут нету... Вот в этих техниках нету предела. Какой бы ты профи не был, все равно кто-то может стать еще лучше. Потому что тут уже качество, голос играет. Тут что угодно. Да? Вот в этом стать легким. Вот я считаю, что вот эти вещи, вот это есть универсальные знания. Самое главное. Ну, практические вещи. Делать вот эти. Зная вот это. Что мы не просто сделали комплимент человеку, мы ему помогли что? Повысить светлость. А это кому надо? Творцу. Вот это есть то высшее, ради чего мы сюда приходили. Мы пришли сюда нести свет. Переворачивать темное. Да? И что? Усиливать светлое. Особенно в минуты, когда уже потеряно все. Когда вера теряется, тут бах. Все. Вот это переворачивание, это вообще уникально. То есть мы охотники за касаниями. И если у нас в жизни нет касаний, то какая разница, сколько у тебя денег? Да? А если у тебя есть касание, то не важно, сколько у тебя денег. Самое интересное, что в этот момент и деньги приходят. Дайте обратную связь, что полезного почувствовали, что осознали из этих техник, да? Ну и что решили с выполнением домашних заданий. Рекомендую сделать его в ближайшие 72 часа, хотя бы начать первые действия.